написали лишнего. Иди, иди. А, ну это да, это вот, конечно, это же его личный канал, ну ты чё? Думай, ну, вот, и это, и... меня от Пашки в пятую пати закинули. Да вроде как и не по ошибке, вроде там больше некого больше туда закидывать, поэтому... О, розовый вагончик есть. Да они сильные, они без меня справятся. Ну, на первом боссе, на первых двух, да, а потом придется помогать. Не, ну пока вы понимаете, что у нас пока ничего нету, как. Ульда закрыта. У нас ульда не закрыта. Это у нас БТ один босс еще не закрытый. Кстати, да, можно БТ убить, голову попробовать. Поправить как минимум. Хотя, смотри, собираются. Уже это хиджал. Короче, да, вроде как даже почти собрались на хиджал, можно лететь. Как это ни странно. Ты, кстати, видел, у нас там груз плевнул. Да. А подружка его что-то еще пока нет. Ну, она же в больнице, я так предполагаю, что она из больницы выйдет, зайдет в ту же работу. А, я не думаю, что они в отдельности будут играть. Я вот хотел спросить, что вы его обидели что вчера, что он ливнул? А мы с ним разве вчера пересекались? Его вчера даже с нами не было. Вот я и хотела спросить. Алло, кого там обидели? Хруста. Его шарф, наверное, за это задушнил насчет чарок, хуярок. Как всегда. Ругайся. Ой, сорян. Ну, я думаю, да. Короче, если что, все, во всем виноват Шарпи, да, душнил? Да, постоянно. Так, да, согласен. Всю молодежь расшугает. Они еще и раздуплиться не успели, глаза открыть, он уже душит. Только молодежь, я еще и стариков. Ну, я в плане, молодежь, в плане гильдии молодежь. Только стариков, женщин и детей. Они что, хрупкие, зашли, понимаешь, их еще душ не сформировавшись, ты уже душишь. Ну куда это? Поменяй сложность, пожалуйста. А куда? 25. А они там? После шарпа идут в какие-нибудь not to sleep, да, с этими, с броун, там уже окей, там воспринимает броун как нормально. Нет. Слушай, шарпы по сравнению с броуном просто ангелочка. Надо в зародыше душить. Чтобы не привыкали. Я наконец-таки сегодня выкачу репу на хиджальскую, ура. Ура, у тебя будет кольцо. Придется искать где-то мастерство. А у меня мастерство, все отлично. А, пока. Вот это 6. А, Зульс, а ты видел, да. Нет, за деньги там начинает активность набирать. Да, я линковал, я и говорю, они что, с X4 перешли все-таки сюда? Я думал, они на X1 ушли. Да хер его знает, это... А кто там, Тильт пришел, что ли? А я не знаю. Я с ними не пересекался особо. Ну, как бы, меня туда как-то звали, но все, на этом закончилось. А, меня, кстати, недавно в гильдию звали. В Ульде, когда мы были. Такой кукуруза, что ли? Нет. Короче, мы в Ульде были, там, короче, шаман, который с нами пошел, я не помню, что за ник. Он такой просто, типа, пишет мне в личку, понятно, хочешь к нам в гильдию? Его да, хороший го. Нет, ни хрен, а, налево, да. Но его в Кукуровске не зовут, он слабый, поэтому может идти там к шаману. Нет, он меня звал к себе, куда-то там. А куда, что за гильдия? Я даже не посмотрел, ну, типа, я написал, что мне неинтересно. Это пока. Он тебя запомнил через недельку еще раз. Я зря ты так. Тебе надо было сказать, вот если я тебе так нужен, чем ты меня можешь подкупить? Вот-вот. Да. Ты не предложишь. Я раз не ушел. Чего нету в кукурузах. Ну так. Чего нет в других гильдиях, что есть в кукурузках, надо так говорить. Ну, заставил бы чувака попотеть, там, презентацию в DC, чтобы он тебе... Ребят, смех смех. Все дела, все как положено. В Ульде 280 какие-то ребятишки ходили с БК-фласками, с нормальными.
Ну, прям стыдно было за нашу гильдию, когда мы актуал закрываем на ЛКшке. Слушай, я там вообще без плацки был в начале, и топ ДПС дал случайно. А где-то там топ ДПС хоть раздал, мне расскажи. Я видел, я помню. В мечте. Когда все легли, что ли, когда этот, на Алгалу, наверное? На Утиге он дал. А, ну на Утиге он. На Утиге тоже было. С Азулисом ходить вообще стрёмно как-то, с вещами кидает, и он вчера ни одной шмотки не забрал у него. Слушай, Мердо, кикни его из гильдии, пожалуйста. Да, и на печеньке ролл 6, 12, 15, вот это вот все. На весь шмот кинул меня вместе с штурманом. Он одевает только меня. Ты видел, он 8 шмоток забрал оттуда. Сейчас жалуется. 7. 7? Да. Ну, 8 говорим. Я просто смотрю, все тебе отдаю и отдаю. Я такой, ну ладно. А куда мы идем, кстати? Хиджал. Хиджал. А голову? Пока в хиджал. А тебе с головы что? А, тебе же тариня нужна. Эх, печаль. Привет. 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 Кирилл, я у тебя не успел написать тут это самое... по мейну, поэтому я хз, нахрена ты пойдешь. Ну, еще кого? Я говорю, здесь пуль по мейну будет, поэтому я не знаю, что ты сможешь забрать. Да я понял, но хоть так. Штурман. Да. Привет. Да, здорово. В смысле, он по мейну будет, у него же эти ЕП. Или ты правильно перечислил? ЕП. Привет. Я только убрала ливнувших из двойных спеков, все. Больше. А, ну и немножко поменяла стоимость Т6. Убрала. Да, все под одну гребенку. Марго. Оу. А есть такое, типа, смотри, у меня есть голова, ну, типа, уже зачаренная, это шестая, но нету зап на хила. Я могу как-то претендовать на запы, чтобы полноценного, допустим, хила собрать или нет? Да, у нас такая фигня была в начале, когда вторые автоматом получали. Ну, просто я уже сколько месяцев, типа, с головой только хожу, мне, как бы, если запы лутануть, типа, ну, холика дособираю и нормально. А что там у нас с пристами? Как это называется токен? Хороша, да? А нет, я не вы знаю. ЖД. Вы жрецы, не присты. Вы ЖД воин, Ж жрец, друид. Да, воин, жрец, друид. Mm-hmm. Блин, на щит 6 нуля, да? Да, у меня 1500 репа, оказывается, осталось. Окей, okay, сейчас с 4-го босса юзеру пойдут запы. Больше я никого не вижу, поэтому юзеру запад. Пауэр, рокаш. Может, попробуем боссов 4 хила убить первого, не? Так я же говорю, Азурис пока в сове, поэтому... А, четвером... может, попробуем в 3 хила убить? Фига вы в себя верите, монстры. Нас 25 ровненько, да? В 2 хила. А, да, теперь в 2 хила, хорошо. Сейчас смотри, сейчас Баттерфля еще и Хомяк такие тоже. Марго, да? И... мы запускаем. Хомяк где-то вертится, сразу один спек. Так, мы жрем, садимся. А, даю за начало. А, Руслан, спасибо, пришли маслица. О, без проблем. Я сейчас есть. Еще сделаю, потом скину. Так, все. Слышишь, Расим, фигня, вопрос. Я в ближний бой просто ветками пойду. Какой-нибудь столик, кто там близко? Я тыкаю. Мы кушаем. Кстати, Расим, я ауру потестил, которая этот дает 4 критического исцеления и 2 эффективности исцеления. Она больше хила дает. А потом он все приняли, все дожрали. Ауру? Дайте, пожалуйста, бафы, все лапки. У нас не хватает, у нас ничего нету. Дайте все бафы. Инту еще раз дайте, а то успели, ребят. Какие-нибудь кулаки, что у нас по паладин? Есть паладин. Только каски висят. Дайте кто-нибудь кулаки. Кто каски повесил, Арсим? Ты или Саша?
Я, ну, Саша, наверное, этот. Качан. Талант вкачан на кулаки. На да, на кулаки. Кулаки? Так пусть кулаки вешает. Там что-то перекричали. Так, все, смотрите. Баф есть, хорошо. Запускаю. Пожалуйста, тотемы, шаманы. Сейчас я вот так вот сделаю кусочек. Стол пропал, ну ладно. Не дотыкал. Давай я тебе дам, у меня 100 штучек есть. Да не, у меня 80. Окей. Я еще 20 не дотыкал, говорю. Так, что у меня из новеньких здесь? Деха и сон так. Деха, на первом ты умрешь. Деха, сон так вообще кто? Эй, Лем. Лем, это хорошо. Деха, сон так в Дискорде? Yes. Деха, и слышу, сон так тоже. О, это, где мы сейчас? Хиджали. Хиджал знаете? Маргот, еще не трезвая? Ты так спросил, как будто я всегда в говно, а тут такой сегодня... Нет, у меня стоит передо мной бокал. Я еще не успела ничего выпить, но он стоит уже налитый. Ну, просто я сильно в говно. Кстати, насчет пива. У меня пиво в холодильнике. Елки-палки, а я еще трезвый. Ближе из трупа вышли, пожалуйста, сюда все подошли. У меня, как всегда, ром. Белый. Вкусный. Дальше пошли. Иди спыльте, пожалуйста. Ну что такое? Это магия. Если диспелить, то этот ХПС не накрутишь. Да. Войт, это пожирел так или 101? Войт, это ты в нормальном состоянии такой жирный? Ну, не прожимал инстинкты, что там у нас хрипло, ничего. Ну, короче, давайте, бейте, спите сейчас. Он взорвется, помни. Можно прятаться. Бегите, он у вас сожрет, бегите обратно. Поднимите, да? Не надо, я постарался умереть как можно быстрее. Не надо. Так, из трупов выйдите. То у нас РЛ отошел, мы сейчас вайпаться будем. Быстрей. По трэше мы много времени проводим. Мажьтесь и пейте фласки прямо сейчас. Хорошо, пошли. Банки выпили на репофарм. И что, монструозное выведите, пожалуйста, то жрать будет. Монструозное взрывается, не? Не-не-не-не-не-не-не-не. Нет, они не взрываются, они жрут и снижают себе входящий урон. Че у нас лут? Нормально, да? Распыл. Могу включать зарабить. Блин, еще сейчас волна. Это неделя. Из трупов. Вот, мы близко. Вот, можешь чуть позади ловить, пожалуйста. По-моему, сейчас будет весело. О, да, весело. Очень весело. Чуть хлебало оторвали. Thank you.
причем как красиво. Как убьете, скажите. Убили. Ходи. Розовый дракон. Марго. Марго не слышит. Он разговаривает. Да не, он вроде здесь не говорит ничего. Ну так она по телефону говорит. А, извините. А религия где-то там? А он в тебе вообще? Давайте ребафаться. Че, без рела можем. Мы сильные. Маги инту. Марго, как ты вообще дошла, что ты шкаф телевизором надуваешь? Паладин. Это она тяжелое шкаф. Детство просто. Нет, потому что у шкафа, допустим, нет антенна, а у телевизора есть. Я не понимаю, а где мертвых проституток прятали? В телефоне, что? Ой, это в телевизоре, что ли? Рыбу кушать. В шкафу с антеннами. Куда выйдут телефоны? А чё мы голову не пошли добивать против состав такой многообещающий? Не, я серьёзно. Ну состав хуже, чем вчера. В смысле, прошлый рейд был. Да в целом. Мы голову спокойно убили бы, да. Мы их худшим составом убивали на прошлой неделе. Да тебя не было, Илья. Ты не говори, там дичь такая творилась на голове. Ужас просто. На этой неделе, блин, я даже психанул, пошел бухать. Причем, у тебя, в принципе, с нервишками не очень. Впрочем, причем у нас сегодня народ больше миликов, чем у этих РДН. Да, Дэк, поддерживай крик. Будет полезно. Электробу, смотри, у вас ХП одинаково. Нормально. А я просто в огонь недочарен, и это все. Так, а у него какой баф? У него вардалак. С этой игрой что-то не так. В среди рейда сидит скелет и ест рыбу. Точно, я ж сова. Ну, в общем, ребят, кто первый на боссе сейчас, вы умрете. Дальше. Я не знаю, Марго будет. Мишка, ты же знаешь, что тут делать? Убивай. Сейчас, секунду. Увидите. Короче, смотри, Элем, ты как РДД должен будешь стоять не далее, чем 15 метров от босса. Так, Марго будет танчить, значит, начинать будет электрову. Марго будет забирать меня дальше. Если все будет хорошо, она и дотанчит. А, проблема в чем? Если ты будешь стоять дальше, чем 15 метров, ты, скорее всего, поймаешь нежелательную лужу, чем приведешь к вайпу рейда. Если ты уйдешь на 20 метров, это ваншот. И если ты... Это, то есть разрыв цепи, ваншот и баф босса. Так умирать вообще не стоит. Деха, ты как милик, будешь стоять в одном из двух кемпов миликов за его жопой.
Но не прям под жопы, а вот с левой или с правой ноги. Примерно так же мы делились на Торине. Для чего набирается рейндж между кучками игроков? У босса есть способность перст гибели, перст боли, как он там зовется. Его суть в чем? Он дамажит чувака и всех вокруг него. При этом стократно отхиливается от нанесенного урона. Поэтому нужно делиться по 2-3 человека. Иначе босс будет дико хилиться при каждом персте. А чей твин Гаврик КМ? Гаврик КМ или как Гаврик? Это мейн его или что? У него там почему? Гаврик и Гаврик. Ну, я ему говорю, смени трини, он мне типа пишет, короче, на что, что есть, что типа и ношу. Ну, купи за ОД на крит хотя бы, ну, это трини не хантовская, типа. Ну, прокрути за ЖВЗ, триню, волю, чешку, там много тринь падает разных. Ты имеешь в виду за эти знаки, за как за пределы, что? Конечно, там трини немерено, ну, это же лучше, чем слеза на выносливость и хасту, которая тебе вообще не нужна. Только конфазик себя ведешь вообще. И сам так, фласку масла обязательно выпей, когда начнется бой. Если нету, Долоран ТП покупай, бери. А сердце ярости разве на хантов идет? Ну, не, она неплохо да, заходит. Она да, дает да, ему идет. Статы хорошие, но никак не слеза. Типа крит и 1400 АП, это очень хорошо. Она, да, я на эмхе носил ее. Ее ж переделали, ё-моё. Да, да. Я забыл. Шасуми, он лучше тебя одет. Какой он зеленый, блин. Вот у меня... Цвет класса у него зеленый. Подскажите, вот есть у меня еще вот такая тринька. Сейчас я ее в рейд скину. Вот ее одень и балдей. Да, кстати, пока. Хороша. Одень, да. И РПБ, и... Нет, капы, конечно, твои посмотреть надо, но, по крайней мере, это намного лучше слезы. Это 100%. И вот это вот у меня еще есть. Ну, и пока пламя одень. Пламя вместо надо... слезы. Да? На, вместо слезы пламя одень. Выносливость тебе здесь не нужна, тебе нужен ДПС, ты не танк. Даже геровская воля есть, она тоже хороша. Сантак, но в этом в Аргримарии на аукционе масло вот такое, фласка вот такая. Да масло фласки у меня есть. Нет, 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 Гаврик, я не тебе, я Сантаку. Сантак, если нету масла, я тебе пару стаков дам сейчас, а потом к следующему рейду обязательно купи. Шкаф есть? Пожалуйста. Вот сейчас дольше будем сумониться. Давай я ему дам. А, он ЛМ. У меня АПшная. Вот еще подскажите. Вот такая вещь. Сейчас я еще... Как? Пойдет? Нет? Уж. Ну, нет. Ты нет. ММ? Он сурф. Сурф? Это фуфло тогда. Понятно. Значит, продам. Я понял. Нет, и, кстати, насчет 3 не спеши продавать, мало ли их как переписывать будут, но она не особо актуальна на твой спек. Масло я тебе дал. Фласки есть у тебя, Сантак? Плюс-минус? Минус. Сантак. Держи. Так, единственное, кто у нас будет на... Ловли лужи. Женя, у меня 36 штук с собой. Могу нет, дать ловлю. 15. 15 час дам, 20 себе оставлю. Держитесь, мы должны победить. Ой, бля, ну красавцы, ну ребят, ну... Даже не дошел. Юзера Б. Какого юзера? Ой, юзера. Ханяк есть не с лоу-рипером. Кто у нас водит? Разойдитесь на 15. Тут, ага, возьмите цепи.
И по двое стойте. Диспелить можно. Что, диспелить только я могу? Златыка прям. Азулис Хомякариас. Хомяк прямо во мне стоит. А чё ты вот стоишь вот перед ним? Марго, 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 ну тихо ты. Чё, ты чё падаем? А стоп. Да, Марго ты переагрила на втором стаке. Ложимся? Хочу подиспелить, можно? Раз, два, три, четыре. Хомяк, пока. Не хильте, пожалуйста. И всем до свидания. Это был этот пробный трай. Мне прикалывает дисплейс, я понял. Реал версии. А можно я по дисплею? Ребята, пожалуйста, простите меня. Я трындец, это задачная херня. И разговаривать, что делать, я очень... Простите, пожалуйста, это мой косяк. Марго, подскажи, кто у нас на луже? У нас... На Макс Рейнджа. Я сказал, что он будет на луже, поэтому простите, это мой косяк. Встаем, рыбку поставишь или... Я говно, я ставлю рыбку, да. Надо было сказать, что ты еще по телефону говоришь. Я просто писала, чтобы там Кирилл тактику что-то рассказал, вроде как уже может, но я только что просрала сугубо то, что я переагрила босса нечаянно. Вот и все. Он повернулся и мочканул половину вас. Не, ну я обнадежил новичков, что... Игра зависла или... Нет, нормально все. Это просто переагрили босса, все будет. Нет, я хз, как сдох Рипер, Рипер просто вагон сам. Хомяк тоже, видимо, вагон, а все остальные это мой косяк. А почему меня Якуб поднял и Якуб лежит? Марко, давай я в ДД. Блин. Слушай, Расим, давай по-честному. Твой рекорд по БРам кто-то перебил? Нет, я. Я помню, еще сильнее поставил. Фрея была 6 штук, да? Да. Я что-то подлагиваю. А, да. Ну, первостепенно на тебе нисколько воет, потому что ты сейчас неактивный там. Еще раз простите, ой, пожалуйста. Я готова. Ну, почти готова. По факту, под лицом ты сейчас стоять не должен. Это давай лишний урон. Поднимемся и начнем. Все, мы все готовы, все бафы есть. ФЧ на пулы поехали. В смысле нету ничего на мне. Вот же все. Вот, не переагривай, стой за жопой в миликах какой-нибудь одной пачкой. На подхвате. Ты готов? Нет настоя на копытка и нет масла на копытка. Я обновила, ну, только что сделала. Все не важно. ГП, это ГП по-любому. Типа, спускай, я только что все набрасывала. А, нет, не пейте, не пейте ничего. А вот поздно. Я, блин, никто за 5 секунд не пьет. Стоять, стоять. Дайте в череп поставить. На пулы на медведя. Один у нас. Много, не надо. Я до 150 набираю и стопаю. Риппер. Темный, ближе к боссу. Ребята, все стоят на 15 стаках. Не иди спалить. Так, Марко, отгоняй потихонечку. 200 тысяч уже. Берите ставь. Еще одна тычка, и я переагрю. Давай. Четвертый полный став. Мне на пятом надо переагривать. Я потом давай, не... давай, давай. Я специально не набираю. Тебе надо еще обогнать до 40 тысяч. Пять. Отвернись от босса. Все, вроде. Под босса все. Не под морд. Просто под босса. Все побежали в квадрате. Какого хрена он туда? Лево. Нет, квадратик не бежите. Ой-ой-ой, ребята, вы лужи что ли не видите? Прям смешно. А почему лужа кинулась вот в эту сторону? Да, оно рандомно, оно всегда либо право, либо лево кидается. Это всю оно жизнь кидается было. С самого дальнего всегда, а не нет. Рандомно. Только всегда у нас на самом на рандомном сзади старушка стоял, и она всегда летела в него. Он пилится, он стоит лужа. Уврите. Лужа всегда кидается в самого дальнего. Поэтому у нас один человек стоит на 18 цепях, а все остальные на 15. И
И то, что сейчас кто-то стоял в стороне и не отбежал откуда надо. Стали прибежали. Все стоят на 15 из 100. Я по КМАЗ даю. Там это потерпляет, извините. Главное, чтобы это был один человек, он стоит сзади. А все остальные стоят поближе. Так, у нас Хантер есть, Гаврик? Хотя нет. Да там Женя, Soul Reaper, согласился. А, ну все. Может, он в тотемы кинул? Не может он в тотемы кинуть. Человек кидает. Ну, я стоял на 19 стаках, просто по идее он должен был на меня кинуть. Но там стояли тотемы. Баттерфляй, дайте бог здоровья, лучшая девочка в этом хил в этом рейде. Мне кажется, это мальчик. Мне всегда казалось, что Баттерфляй, он говорит мальчишеским голосом, ну ладно. И мы чего-то не знаем? Открой завесу тайны, успокой ихние души. Их. Ихние. Ихние. И егонные. Ихонные. Компуктер. Рапыжничать. Шуфлядка, сейчас я раздобью всех русских. Ой, а шуфлядку беречь надо, извиняюсь. Ешьте. Пахаемся. Жаль, непонятно, ну да ладно. Телек, пожалуйста, Локи. Я бы по сумму не поехал. Антирелиги. Пускай приставов все даст. Антирелиги, дай себе приставов, пожалуйста. Все остальное есть. И поешь. И поешь, антирелиги, так. И приставов по себе. Якуба Сумон. Рипер, ты тут? Ну и хрен с тобой. Хорошо, все. Все стоят на 15 стаках. Якуб ловит лужу. Якуб. Пожалуйста. Азулис, антирелигия. Я стакаюсь. Антирелигия. Подожди. Антирелигия. Антирелигия. Раз. Ты как будто агитируешь. Телеги, покушай, пожалуйста. Все, все готовы. Даю отчет. Хорошо, шо. Тим, спускай. Стоять, стоять, стоять всем. Вообще можно. Мирики, две кучки. Одна справа, вторая слева. Между ними никто не стоит. Не хилим боссов. Сатурон 20 стаков. Ага. Гаврик 14. Все стоят на 15. Повторяюсь, 15 цепей. Кто не понимает, что такое стаки? Это стаки цепей. Антирелигия, пожалуйста, 15. Чего вы не стоите, а? Так, Маргул, сейчас четвертый будет. 4 полных, догоняй. Не иди спалить. Гоняй. Сальву мне. Да я уже была здесь. Не бей, в принципе. Сейчас все в квадратик пошли. Только аккуратно, далеко от босса не отходим. Следим за цепями, пожалуйста. Еще, Марго. Буквально чуть. Я не пытаюсь, но... Я не бью. Веди, Громбик, веди. Чуть-чуть подходим к боссу, к Громбику. Рассосались. Быстренько рассосались. Бесов, вставай. Бабу по Бесову. Рассосались, пожалуйста. Два тела между кучками. Кучки два человека. Два, шесть метров. Дайте на пол в Марго. Она будет скидывать. У нас только Гаврик. Она помнит все. 13 секунд. Буду готов забрать. Давайте быстрее, пожалуйста. Мы не успеваем немножко...
Все, раскусай. Все вперед побежали, Бейл, дали все плюсы. Нарго, надо диспельнить. Сейчас я сниму, все, сняла знаки. Давайте, хренячьте по полу, пожалуйста. Он на тебе? Да. Что-то у меня залагал по фрейму. Не-не-не, все, все будет. Сейчас побежим. Готовимся. Быстренько вышли из говна. Ну как быстро? Вперед, все далеко вперед. Марго, если медленно, давай диван. Не-не-не, все, я уже здесь. Добивайте. Темный, подойди чуть-чуть. Здравствуйте. Не дискольте. Здравствуйте. Здорово. Здравствуйте. А я только вспоминал, куда ты делся. Где тазик? Выйдите, отойдите от него, пожалуйста, не могу тыкнуть в эту фиолетовую фигню. Вообще-то это называется филактерия. Ох-ох-ох, какие умные слова мы узнали. Чехлы-то-то. Форточка открой. Шарпи просто сосет на самом деле после вот этой фразы. А, под душноте, да? Вообще, просто да. Ты его сделал. Как-то не урыло закопал. Вообще-то это называется шухлядка. Это жесть. Что там? Кожа с духом запыл. Давайте ролим очень быстро. Войт, мне кажется, хорошая тема. Так, сон так. Почему зон так? Сон так. А у тебя нету ЕПГП. И ты не сможешь ролить и видеть, в принципе, что ролится. Поэтому я тебе советую его быстро установить. Марго, на второго состав танков такой же? Нет. Ну, нам ДК нужен. А, ДК, ДК, ДК. Там охоту на фул собирает, может пойдем? Можно тупо одного человека к себе пригласить в рейд. Я вступлю. Баттерфляй или Асуми, позавчера, там пару дней назад, вы говорили про ДПС темного, что он в хиджале там разносит. Асуми, ты говорил или Баттерфляй? Да, я говорил, что он нормально играет, я не знаю, что у него сейчас пошло, он нормально жал кнопки. Видишь, да, где он? Ну, сейчас я вижу, да. Ну, сейчас, подожди, будут еще боты, может, что не так пошло. Сейчас Колос куда-то пошел. А у меня на шамане 4 ТП. Я помню, он давал там, ну, может, тысяч на 8 меньше, но у нас и гир разный. Он же в Т6? Где Колос? Да. А, ну он не в Т6, отмена операции. А, он Т6. Я полон пояс купил. И уголь купил. Бля. Тихо. Где холод? Завис, пишет, здесь. Дайте телек, пожалуйста. Суманите Тималейна. А, нет, все, не надо, не сумуйте. Отмена. Отмена. И куси нету. А ты умеешь обламывать. Тималайн, ты хочешь в рейд? Желательно. Ё-моё, где? А небесные перчатки разролили уже, а то я что-то протупил. Что там такое, сейчас посмотрим. Концерт, да. Давай. А ты ему уберите, пожалуйста, подальше, чтобы не... Если менять Тималайна. То есть, да, Тималейн на кого-то. А, да, Женя, Soul Reaper, назад выйди, пожалуйста. Я не могу найти тебя. А ты ему все убрали? На плечах чарки нету, я смотрю. Никого. В голове говнокамень. Ну, в принципе, говнокамень.
Вообще говно там. Ну, сейчас поменяем. Отверните и зергаем все. Дальше. Смолин, сейчас подожди, на тебя зонтак пойдет на замену, ты придешь. Диспелл. Ой, диспеллы. Ой, умрите. Я диспеллю, да, я диспеллю. Я сейчас откинусь. Можно добить вот этого, пожалуйста, хотя бы, чтобы... А, один бесов диспеллил, а то остальные шаманы, не диспеллил. Ну быстрее, ну добейте кто-нибудь, я сейчас защитник сработал. Ну, пока я... ты можешь добить. А, зашибись. Все были мертвые, ты одна оставалась. А чё, шамана нет? Вот, ай. Кстати, добить помогли бы. Ой, вагон. 40 тысяч. Осталось, блин, 5 хп у Лада. Любой шаман мог встать и добить его. Я, короче, по диспелю выхилить. Не сильно поможет, но поможет. Надо учить магов скидывать эти косты, чтобы они не кастовали. Сейчас грабли пришли. Да, конечно. Ого, ты там ценник поменьше сделал, что ли? Или вот как для не откажусь? Якуб, вставай, я тебя уже второй раз рисую. А, хочу кушать. А вот, подожди, вот смотри, вот она. Закуски. Рыба. Кушать. Где? Там. Бесов, вставай. А не 11? А, и совет надо 11, ладно. И что у нас? Мы первого босса убили, сейчас будет второй босс, трэш почистим. Все бесов, нас... А, бесов хорошо. Так, все, бафтулись. А у нас шаманы в разных пальцах? Все тотемы очищения просто, чтобы поставили, потому что тут очень неприятно. Три шамана. И пять я тут, крестов. Да, поднимите бесов. Они... Да я захожу. Заходи. Просто... Тёма зашел? Сейчас, да. Да, все. Прогрузился? Всё, да, да. А надо 14 метров стекать. Дыха, крикни на нас. Это самая неприятная волна. Спасибо. Запустили. Шарпи, а ты дыху посмотрел? Чё ты не душнишь? Ты кому это интересно? Мне. Марго, ну, сейчас пойдет. Все, посмотри. Марго, все вагоны. Все. Что значит все вагоны? Нет, у меня все зачарно. Чего ты меня обзываешь? А я помню, как ты ходила с кровавой бани. Хочешь, я еще раз играл? Взрывается. Умрем. Добейте, эти, пожалуйста, вот этого. Этим можно брать и обмазываться. Это ужас просто ужасный. Диспел, ой, диспел говорю. Диспельте и масрез. Марго с кольцом аккуратно. Еще диспел чуть-чуть. Ну, все. Резите людей. Вот вагоны вагонами, а ты даже не заметил, что я покрасился. В игре, да? Ну смотри, да, я розовый там. Ты выглядишь как страшный... Как вывернутый наизнанку хомяк, да. Знаешь, черепах, я даже не знаю, кто ты. Я боюсь на тебя смотреть, в принципе. Вот я красивенько, у меня хвостик, жопа, смотри, сиськи вообще красивые. Сиськи.
Некромантов в приоритете, пожалуйста. А их тут нет. Ура, я выкачал репу. Ай, Кэт, Сэшечки, ай, иди, да, короче, свои перепользы. Нет, ну не сейчас. Да, спасибо, что напомнил. Вперед, в луну. Про что, про репофарм? Да я без эликсирки бью. А мне что, тоже надо. Песчаная чешуя. Сейчас, Саша, Толик, подожди. Сейчас вон стоит, рипер ставит. Копайте, убейтесь все. Раз. Вурдалак в рейде. Ну и все. А, крокодил в ванной. Геннадий. Где спальте? Вот Геннадий, твое полотенце. Гатя сейчас взорвется. Боже, я когда вспоминаю этот анекдот, мне кажется, я настолько старый, потому что ему вот, хрен пойми сколько лет. Я еще, по-моему, на Ютубе была озвучка с мультиком с таким прямо. Видите, грозно, я бы сказал. Да, он почти всех доел. Давай его чуть-чуть назад отвернем, чтобы этот вурдалак не пришел. Да, Войт, сюда его прям. Вот так, не стесняйся. Потом резать. Бесов в два раза больше меня на дисплее. Он что там тыкал дисплей? А бесов красавчик. А ты, значит, нет. Ну а шаман у него тотем. У меня тотем за меня работает. Руки, да. Резайте людей. И чуть-чуть дальше. А, да, трупы не растягиваем. Тотем из-за спины. Я буду топ-1 по сбиванию квестов. Не, на самом деле классно. У тебя же работает этот, как он, макрос ты сделал? Да, да, да. Отлично работает. И некромантов. При начале. Прям в самом начале каста он сразу сбивает. Маргу, с магическим агро забери двух больших, а мы с Мишкой трэш потерпим. Ну все, там все убили, видишь, даже вводить. А, еще нет. Волна. Нет, нет, нет. Я не стал на ответ. Ваши все ББ... Че, пойдем бульду 10 за счет прыгать? Вот, вот, идите в бульдуаре, делайте. Ну Саша, да. Нет. Я позавчера сходил, за раз это все сделал. А я думал, он ради осколков ходит. Нет, БП важнее. А мы вчера закрыли? Ну да, мы все закрыли. Единственное, Фрей и Алгалон были с третьего трая. Но Фрейха и... Ну, Марго, поаблотируй наши несравненные силы. Вы охренительные. Вы лучшие просто. Вот. Вы прямо супер-пупер. Не то, что... Хватит, всякие там. Да. Короче, теперь, так, по секрету, да. У Шарпи есть Сарталис, его можно спекать в танк. Да, он там танк. Он сейчас спекается, на этом боссе как раз нужен, поэтому сейчас... Ну, только он на варе. О, я на варе, да, на варе захожу. Все, сейчас на варе зайду. А, на варе? Ну, Марго, как можно не знать бисовую шмотку на протиков? Они одевают моего твинка. Знаешь, я вот удивляюсь, как нас там это говном не закидали, что мы некоторых людей в два окна одеваем. А кто знает? Ну, как бы да. Но у меня главное оправдание на то, что типа этот человек идет в ДК, но и очень нужен вот в другой роли на определенном боссе, если кто-то будет спрашивать. Чуть-чуть. Штурман я пропустил. Чего ты хотел? Да не, ничего, мы просто так обсуждаем, что типа никто еще вон не поднял, что у нас некоторые люди по два перса одевают за пугарей. Пугарей вообще пофиг, кто как кого одевает. Ну как бы да. Ну вот, да. Так. Босс в череп... О, господи, котик, дай наушнику пойдет сейчас. ДХ.
сейчас будет тебе очень весело. Ой, не слушай ты его. А я сразу хочу умереть или потом захочу умереть? Нет, ты прям... Говоря, можешь сразу. Давай так. Но ты умрешь прямо, вот смотри, с первого падения голема. Короче, падают големы. Тихо, Теха, пожалуйста, запомни только одну. Так, давайте сюда Тима Лейна, звонтак на замену. Чарки, а фласки, я... ребята, пожалуйста, должны быть одеты. Это не какая-нибудь ИКА. Там... Надеты. Надеты. Поэтому, пожалуйста, в инстинкт готовьтесь нормально. Сюда телевизор. А что у нас? Якуб. Сюда Тима Лейна. Якуб. Это я засунул его, чтобы мана побольше была у хилов. Ну, по крайней мере, у хапалов. Сейчас он быстро уложит. Все, меня оставь, я согласен. А какая у него эта штучка? Слышишь? А тут он далеко бежит уже. Магистра вроде или как-то так. Ты псуман, пожалуйста, помогите. А если еще меня засунешь, у тебя еще плюс 5% маны будет. Да, магистра. А, пожалуйста, тихо, стопните вход. Деха, смотри. Ост танчится в череп. Моя задача просто, я надеюсь, у тебя отображаются проценты хп босса. Каждые 10% у босса падает голем. И от этого коста надо отходить от босса в сторону РДД, РДД в квадрате. То есть каждые 10% ты от него отходишь. Но не ровно на нуле, а на единичке. 91, 81, 71 и так далее, короче. Следишь за этим сам. Каждый 1% ты отходишь на квадрат к РДДшникам. Плюс весь бой босс будет кастовать фир, но фир я озвучиваю. Надо будет просто отвернуться от босса. Фир я озвучиваю, проценты ты следишь сам и отбегаешь от босса. Не отбежал, это ваншот 100%. Ты там не выживешь. Есть контакт. Колок умрет первый, но ты можешь быть вторым, а можешь быть топчиком, который не сдохнет на боссе. Так, что у нас? У нас хриллион танков. Сейчас скажут, будет. 5 хилов. Все нормально. Ладно, короче. Марко, пятая пати не трогай пока, хорошо? Я вообще ничего не трогаю. У тебя есть промот, я никогда пати не трогаю. Да. Ты всегда этим занимаешься, и Шарпи иногда. Шарпи, еда, кстати. Шарпи, грешил. Все на пулы на медведя. Электробус танчит босса. Шарп, еще раз повторяю, еда. Ем. Не Дживс, а еда. Босса кто танчит? Электробус. Шарпи. Шарпи. Да тут, я тут. Ты готов? Ну, нет, конечно. Ты готов? Давай быстрее. У меня нет, короче. Все хорошо. Даю, Дима, запускай. На пол на электробус. И еще Деха следи, тут каждый эфир босс снимает рандомный баф с тебя. Ну, ты не сорвёшь. Массовые бафы будем ребафать, а какие-то личные свои сам следи. Фирки готовились. Отходите от босса. Вот, Дэк, сейчас упугай. Яшка сказал. Это ладно. РДД, пожалуйста, быстренько вада. Отвернулись. Пел эфир сразу, пожалуйста, ребята. Да, отвернулись. Лапку дал. Илики отошли. Боевой инер себе залей.
Виспел, пожалуйста. Чуть-чуть отведу. Ребята, все бьют ада, все РТД бьют ада, иначе мы просто не успеем. Кир? Там один лок пулирует по боссу. Я вижу его скиллы. И он может несколько целей бить. Я знаю, что некоторые локи фотки обновляют. Нужно обновить каску. Так, а у меня где-то были... Милики отошли. Даю барабан. У меня на друиде. На мейн танке перст. Ушли. Как быстро манна высыхает. Манна 30%. Инры заливайте. Уже в КД все. Тималейн, Войд, пожалуйста, по КД кидайте инры хилам, потому что здесь очень тяжело с маной. Припало. Отвернулись. Да, типа... Ага. Спиной поймал. Это... Милики отошли. Что, транк закончился? Отвернулись. Серьезно? Лапку баф. Дайте лапки просто бафы и да, каску барабаны. Каску барабана, если есть у кого-то. Отвернулись. Приста ХП. Отвернулись. Милики отошли. Беги, малышка, беги! Кукурузная из куф. Огром. Отвернулись. Кола, ты можешь просто как-то, ну вот, хоть раз голову включить и делать все по тактике, нет? На замену ведь проще всего. Так и нахера нужен, в принципе, древний человек, который не хочет не учиться? Блин, сколько раз его убиваем, ты постоянно здесь дома. Отошли. Ну так сделай хоть раз, ты можешь не умереть на этом боссе. Отвернулись. Лапку баф. Вмешательство баф. Скупа. Сейчас я дам по нему. Или не дам ничего. Нет, не дам, потому что босс убежал. Сколько варов-то у нас? Инту, каску. Отвернулись. Бойт, дай, пожалуйста, по скупу БР. Инеры, сдавайте. Инеры покатают. Тималей сейчас откатится тоже. Кидаю кого-то. Перс на танке. По скупу, пожалуйста, баф. Отвернулись. Кому там сальгу дать? Бесов следующий. Да ладно. Ушли. По кукурузной Расим есть? Я скину могу. Нормально. Видишь Деха? Барабаны, каску дайте. БР, дай? Да, давай. А по кому? Бесов или... По бесов, давай. Юзер, дай гель на ману. Пока еще есть, хватает. Ой, птичка. Зубис, дай подохи, БР. Пусть учится.
Отвернулись. Отвернулись еще раз. Ой, хотя бы электролузы перехили. Вада больше, ребята. Сейчас второй появится. Не надо второй. Милики, стопните. Аб только убежал от босса. Тебя на время падения Адов стопни лапками своими там фигачить. Чтобы даже не задевать Адов. Последнего же не убиваем? Ну, вот скоро переагришь. Войт, Белл, давай. Войт с перстом сбрось. Все, все бьют только боссы, больше никто никуда. Гарри с гимноманом. Погонище. Я не подрасчитал. Геру дал, он убежал. Зато дал Геру, все. Я опа, мишу, убежал. Возвращаемся на рез. Все бьют боссы. Надо далеко убежал. Все, по красоте. Опять персна, Тима. Отвернулись. 4 из 20 рейдовых боссов. Окей, хорошо. 21 из 25. Ну, блин. А где босс лежит? Все по мейну ролят, кому нужен. Там пароль отдают. Все пароль. Просто нажимай main, если он тебе нужен, а там уже пароль. Можешь попросить. Защита мастерства. Все рецепты есть в любом случае у людей, поэтому. Ой, тебе повезло, ты его и зарубил. Шкрафтить. Ребята, а можно портал в Даларан? У меня критического урона не хватает. 97% всего. А как из инсты выйти? Никак. Из этого нельзя, только смерть. Ага, я понял. А скуф, это что, гача, что ли? Да. Да. Я думаю, фига себе, у нас какой-то чувачок. Его забанил, ну, Ники. А опять? Прошлый... Гача, его да. Не было в прошлый раз. Не, да, меня, да. Не, я просто, меня не было, я видел какой-то спуф, думаю, нифига себе, красненьких позвали. И ничего слышно, да? И сразу ЕПМ начислили. Ну, я смотрю, 10 приор, вообще молодец какой. Только я не помню по нику, чтобы с нами так долго ходил. Не, я на полном серьезе. Вот так вот и палец. Вагончики залетают, им просто... Гильдию вступил, 10к ЕП получил, прикинь? Новая демографическая программа. А что, гачи это что-то запрещенное или что, что это такое вообще? Вот это хороший вопрос. Вот гачи что-то запрещенное. Нет, гачи не запрещенное, гачи это очень правильная история. Да, полезная, скрепная. Я понимаю, что вы анимешники, и вообще вопрос: что в чем в этом слове плохого, типа. Оскорбление чего-либо там. Это как пропаганда нетрадиционных ценностей считается, а, если ты все понимаешь. Ну, ты знаешь, что такое гачимучи. Это, короче... Качанные мальчики. Это с японского переводится как накачанные мужчины. Ну, только отлично. Ты бы это, короче, это этот гейский мем, короче. Его это расфорсили одно время. То есть, чисто мужская субкультура. То есть гильдия под названием Пёс да Лис, они типа это нормально, а гачи имя это плохо, да. Значит, да? Я понял. Да, но там собака. Да хорош есть. Дрыгаться. Ну, ребят. Дайте починиться. Гачи уже привык. У гачи, я уверен, уже список есть это самых запрещенных. Замены есть. Или готовых к запрещению. Рассеивание синтеронов. Все коллекционируют красивые ники. А гачи коллекционируют. Запрещенные. Вы, у меня уже, знаете сколько? Наверное, 5 или 7 персов за это. У нас и Замполита уже банили, и еще кого-то. Дайте эликсиру, пожалуйста, полный. Обновите, ребятушки. Дайте телевизор, суманите сюда Гарика, и Влад где-то ходит.
У меня был маг с ником Адренохром. И я был очень удивлен, что его своего зарепортили. Они знают, что это такое. Дайте, пожалуйста, портал в Гларан. Еще раз прошу. У меня полгода бегает Хан с никнеймом Эришмарочка, и никто вообще не возникает. Это портал есть, бесов ты где? Сейчас камушек поставлю в колечко, и я прилечу. Ой. Влад. Тут кто-то кота выкатал. Дайте, пожалуйста, фул выкатал. Дайте мудрикав после второго босса. Сейчас, подожди, у нас это Зохан не в рейде. Гаври где-то гуляет. Я по Владу кинула. Ну и самый главный вагон шаман в пятой пати. Без обкамень стреляет. Войд, там в ГБ лежат, потом с Якубом разберешь, что он их продает по дешевке. Тёма, давай шевели булками. Нам нужен твой диспел на этой волне. Ну, меня ж гачи затроллит. Шарк тебя затроллит. Причем тут гачи? Поговори о гачи. Ладно, все. Только на мужиках на гачи сошпись. Ну, конечно, я что думал. Сейчас. Там качаться, что ли, пошел? Да. Чтоб ты ему не писал за счет того, что он камень. Россия, поставь, пожалуйста, почту. Ребят, еще тут маленький пет, у кого нет. Ловите. О. Поставил под жопой слона. Вот они, лидеры, которые по инферналу урона влупили. Жека скинул. Якуб на первом месте. А чего вы сейчас самоните, когда уже запустили? Он не примет. Да потому что пошел нахрен. Долго. В смысле долго? Я не виноват, что это... Тёма, ты должен быть готов. Тёма, ты идешь качать качку из неба, у тебя должно быть все с собой. И ты такой хоп, а получил кольцо и сразу все сделал с ним. ГП не вредит. Не успел. Тут просто трэш собираем. Это сейчас какой третий босс? Ну вон, наконец-то, три танка надо. Ну-ка, вернись. И четыре хила. Хочу с ним подтвердить. Два хила. Потому что... Саша ломака, да. Да. Ну, смотри, там Якуб есть. А Якуб что-то. Ну, у нас останется только те, у кого нету ТД-спека. Это... У меня есть сова, у меня шмоток нету на нее. Баттерфляй, у тебя есть шипы? Не ешь ты меня! Подумай. Вот, и баттерфляй в шипы пойдет, зашибись. Будете сами хилиться. Тогда шурьян не лезем, ведь тут как-то лезем. Дайте шарпы в бурис. Погонишь. Вагонетка. Да вообще, съели как-то. Меня Марго добила. Неважно. Слушай, у нас танки есть. Есть. Сбегать на лице быстрее. А, это нормально. Он тут немножко психован. А, нам же назад. А нет, милики со мной пошли. Точно, я вспомнил. Сейчас же третья. Нет, вторая еще. Рипер, чтобы было в рифму надо ее ставить. А не Е. Только я неправильно твое слово прочитала, и оно получилось не в тип. А, еще я уже развернулся, там хель. Да, я уже... Марго, а ты посмотрела видео, которое ты удалила?
Нет. А там как раз про ее было. Я вообще... Нет, которая это... Честно говорю, я зависла. Или только я зависла. А нет, отвисла. Я, честно говорю, я опять зависла. Так что за херня такая? Да, я зависла. Только честно. Опять ты сегодня завистливая? Потому что у меня бокал пустой. Короче, я еще... Надо подлить. Очень редко смотрю видосики с YouTube. Прям, ребята, максимально редко. Милики все со мной. По танкам кто остается тут? Или мы тупо всей пачкой? Со мной, я... Ты иди, идите вон. Если что, можно меня сломать. Пошли туда нахрен, пожалуйста. Петарда, короче, петарда, Азулис сюда, все остальные хилы пошли туда. Ну, кто же хомяк, Азулис, оставайся там. Тут хомяк. Ага. Кто-нибудь, короче, сюда придите, пожалуйста. Хомяк, останься с ней. Танки, пошли, пожалуйста, к тралу все, кроме копыта. Милики со мной. А сумму, блин, так если вот купили, надо пойти налить, понимаешь? Некроматы быстренько милики убили, дуночка. Ой. Да, как доставать? Заплевали. Я днем старше обещала налить, а видишь, как я же не могу просить ее налить. Заказывай доставку. Блин, мы даже вдвоем с Мишкой и своими лапками не достали. Дайте некромантов, пожалуйста, быстрее, милики, я вас очень прошу. Ну вот стоит еще один некромант, ну почему он все еще живой? Да убейте его, никого, блин. Там никто не застрял. Давайте разрезаем. Может быть. Давайте разрезаем, мы еще убьем. Точнее, ни хера никто не бьет. У нас до хера этих вурдалаков, и угона ноль. Мы все умерли. Пожалуйста. Вас не съели? Сожрали только колота? И бой еще. Все, пропал. Мы добили. Тималин. Рипер, я тебя очень понимаю. Ты хочешь поговорить об этом? А здесь кого беру? Жрица Боли. Босса? Нет, Жрица Боли. Жрица потом и все остальное. Самое страшное — это некроманты и жрицы. Все остальное терпит. Своего времени. Ох ты, копыта, давайте, ну давайте, ну копыта же, ну. Вот вы вагоны, ударите хоть разочек, ну. Ой. Убейте танка. Эх, не успею. Вагоны какие. Жриц боли, ребята, что ДПС у вас ноль. Так, дерево не трогай. Ооо, прощайте. Вынеси. А, стоп, я в подчинении, но я бью всех. А я куда побежал? Трала бить? Все, до свидания. Не знаю, ДПС у ноль, еще и трупы. Как можно было здесь? Гариус вышел. Кого-то резать надо? Боевого не убейте. Так жрицу добейте боли, блин, ребята. Гариус вышел, Азулис вышел. Жрицу бейте, пожалуйста. Еще не могу туда. Мне могут только магии это. А у нас нет не убейте, да? Такие выкинули. Я попробую. Доложитесь уже все. 500 тысяч раз в 3 секунды нормально. Вот, и в подчинение пошла, зашибись, кинулась. Лайфы модели. Ребята, пожалуйста, больше ДПС и диспела. И хватит ту фагонить, ну. Это вот реально даже это не тот пак, на котором можно умереть. Далее. За что ты меня убила? Я хотела диван кинуть на самом деле, но прямо перед тем, как я... В другую сторону, колу. Меня взяла в этот сам, в контроль. Я не могла тебя убить, у меня ДПС ноль. Тупо мне бы хватило. 240, ну что...
Ох, я там народа покосил. Здесь стоим, возле трала все стоят. Самое интересное, друиды стояли, никто контроль не кинул. Я убегал в этот момент с тобой вместе. Ты бил, я убегал. Потому что тебе нравится. Только гнев тебя догнал. Рыба. Не-не-не, ты меня не гневом убил. Рыба, пожалуйста, меня соберитесь. Нарго, у тебя же щит на дальней дистанции работает. Может, на горгульях ты сюда придешь? А то пока они до нашей зоны досягаемости спустятся, уже полрейда уляжут. Тогда... А мы с Мишкой на мили трэше. Идите туда, тогда я здесь поставлю. Петарда, Азулис к миликам, все остальные хилы здесь на РДД. РДД, набирайте рейндж. Пожалуйста. Можно Симону, пожалуйста, я готов. Дайте, можно. Дайте телек, спасибо. Пожалуйста, склоните. Лариба в парейду, пожалуйста. Соберитесь, ребята. Марго, дай на меня какую-нибудь меточку. Спасибо. Чё, Локи, скрет? Локи, дайте, пожалуйста, телек, еще раз прошу. Спасибо. Рыба стоит, ешь. Где он издохнул? А, катается. Тут все здесь. Пускай. Ой, Джоздер ПМ. Ты сюда. ПМ, прочитай, пожалуйста, ответь мне. Кто? ПМ, я ему написал. А, Гариус. Я не услышал, кто. Жёсток. Я уже... Это я поняла, кто. Я не услышал, в принципе, кого зовёт. Не читай, прям он душнил, он тебя зовёт. Ты это не так делаешь, что не так делаешь? Жми эту кнопку, жми эту кнопку, да? Он всем там пишет. Он всех зазывает. А если тут вот оверхилить, они к нам прибегут? Нет. Они там всегда убегут. Я вообще Гариусу, что ты там делал? Я это не говорил ему делать. Ну, а вот теперь мне кажется, что говорил, потому что какого хера он стоял впереди танка? Что за бред? 100% шоу. Нет, это не я. Ты сказал, не сдохни там, мамочка моя. Тонко. Джоздер, скажи им, что это не так, а то мне ГП начислят. Скажи, что говори, это что... он. Ничего не говори, все так. Тогда ГП начислит тебе, да? Стой до последнего. А Джоздер, ты почему переименовался? Его тоже. А Джоздер при чем тут? Гариус, Джоздер. Я не знаю ваших, наверное, этих вот молодежного говнища. Вот, что такое Джоздер? Ник Джоздер. Просто дверь. Дима, Якуб тут? Да. Дима, а почему у вас с антирелигией и Джоздором одинаковые ветки под Т4? Типа уклон ветку духа, ну, без тьмы. Потому что сейчас... Типа больше дает? Да. Я только сейчас просто заметил, что вы все втроем в одинаковой ветке. Сильно под Т6 сейчас такая ветка. Все с духами, сам делаю. Я в старой ветке просто. Я знаю. Не, я знаю, что она под Т4 раньше была, поэтому... Милики с Мишками убежали на мили трэш на год. Поэтому и спросил.
Правда, туда, Саша, я на тебя надеюсь. Не-не-не, хомяк. Если умру, то Саша ГП помощь. Гаргулий на пульте на копыта. Расима, ты где? Важно получить просто на пульте. А да. Если я умру, ты ГП получишь? Да. Подожди, я вижу, я готова в тебя рядом с тобой запустить щит, чтобы... Где это все? Я здесь... Слушай, Гача, а скуп Вариор кириллицей был или занят? Обновите фласки и масла. Что тут Откройте делать? Откройте окно, пожалуйста, тут душный дым. Согласна. Они на кого-то полетели, я хз на кого, но и фиг с вами. Главное, чтобы не Саша. Там вам полетел на Гаргуле, не думаю. Главное, что не Саша. Одна вам зависла. Это вам пустите какие-нибудь там слова, например, со своим страхом. А дракон ты не здесь или что? Где дракон? Рано еще. Это последняя. Это вот третья волна. Сейчас будут жрицы, потом шивары, потом дракон. Сперва жриц бить, да? Да-да-да, жриц прям свичнуть и сдиспылить колье в в куче маленького трэша. Тут приоритет такой, всегда некроманты. Если есть некроманты, они всегда в приоритете. Потом жрицы, а потом все остальное. Там уже не столь важно. Марго, после трэша мне срочно на 2 минуты надо отойти. Окей, я хоть нальюсь. Я успею в босса, но... После просто... этого трэша мы сделаем перерыв для всех. Давай сейчас. Нет, после трэша. А какой сейчас ты что? Гудки, раскиньте, идите курить, короче. Не-не-не, я... Ладно, там и не умирайте. Там селтис его... Я уже взяла. Четвертую боссу, думаю, можно будет заменить вагон. Батакляй, вышел из них. Стражи. Чаши нормальные, перечу, в прошлый раз бы ни хера не могу. Потому что некоторые шлангуют, поэтому не убили. Красные даже. Плюнь на пятый есть эти некроманты, я не помню. Нет, на шестой некроманты. А, нет, на шестой тоже. Стоим, ждем. На шестой все равно пойдем в начало, чтобы максимально быстро терпел это все. Нам просто не хватало Энха с символом Инхила. О, доколупался, смотри. Это ты до Влада доколупался? Нет, он до меня. До меня. А, Энх? Я думал, ты Элин. Офигеть! У меня символ нахила, ёлки-палки. Ага. Тёма, короче, ты... Сейчас зачем? Давай потеснее, чтобы милики отошли от крутинки. Шаман, дайте был. Зачем был? Зачем? Могу, я только убью. Вы думаете, я не дам? Ну, уже поздно. Не надо. А я вот когда убьем, тогда и дам. Давай хоть не драконий. Пошли вперед все. Ребята, до выхода идем. Ну, до выхода. Так, входа. Да. Ада. Сейчас быстренько здесь убиваем, потом бежим к травле. Ой, там какие-то ядовитые. Некроманты, быстренько. Главное некромат, видите? А я выведу вот этих вот, а, типа. Я же молодец. А, все, давайте, я побежал на удар. А, остальные добивают монструозных. Идёт, побежал ловить дракона. Тут только монетки, неинтересно. А если ты там умрёшь? Да, Селтис, я видел, я ждала, пока ты войдёшь. А, так. Нет, о, тут, давай, тут Руслан меня подхилит, точно. Он сейчас сам пойдет. Сейчас, кстати, пишет, в сети или не в сети, тот, кого ты инвайтишь. Сейчас даже не в сети можно инвайт кидать. А он потом приходит или как? Да, он когда в сеть заходит, ему приходит уведомление, что вас пригласили. Прикольно, кстати. А, кстати, мы такой хрень заметили в Пугарейде. Если человек перезаходит или релогается, его, короче, кикает.
не горели почему-то. Испугали? Да. Ну, у нас Колямбас перезаходил и кто-то еще из наших. И просто кикало. А чем сложило? Ну, ударом по всем. Ну, дыхание втрало. Нет, арктический взрыв. Сейчас солнце зайдет, мне интересно, вот он и посмотрит, как придет ему, бывает или нет. Ой. Сейчас Марго добьем, и я отошел. Я поставлю рыбу, все сядут жрать, и мы пойдем отойдем. А, перерыв, точно. Смотрите, я ставлю рыбу. Вот эта рыба стоит. Вы все садитесь жрать, и я ставлю перерыв. Марго. Да. Смотри, у нас там в гильдии два человека добавилось. Можешь принять, а можешь не принять. Шрёдингера и вот этот вот Селтис. Селтис, да. Это вот понадел этот вот фенопль. Фишка в том, что они были, куда они пошли, что не вернули. Не знаю. Ну, вот это и странно. Мы можем пригласить. Селтрикс присоединился, смотри, сразу Твин. Оно приходит в офлайне. Твин. Да. Так, и давай поменяем тебе заметку. Селтис просто. Селтис. Так, не ту сторону Каус. Тут в трэш лежит молот. Ну, возьмите его, пожалуйста. Так, сейчас я вот заберу. И сердце. Так, отошла тоже на редкость. Там в запросах в гильдию такое прям сообщение интересное. Я до сих пор не могу понять. Расима, это твой кот или нет? Да-да-да, кстати. Он такой. Я вроде в ги, а может нет. Кто мне даст какой ответ? Это просто... Это такой очередник. В курсе там, что в коробке есть кот, не факт, что он живой или мертвый. Это есть, ну, оттуда, да? Да-да-да. Это самый лучший запрос, наверное, за всю историю. И главное, ник соответствует, да? Ну да. Я вроде в Гигре, там, может, нет. Мария, не там циферками. А главное. Чё, пинг поднялся, да? Ну, 22 клинка. Не, у меня 135 сейчас. Но у меня почему-то... Кто это бегает? Антирелигия. На месте бежит. Читер. Так, перекура сколько дали? 3 минуты сейчас осталось. Все, ушел. А можешь кто-нибудь его поставить? Портал в Лоран еще разок.
Так. Пойду на другом диване полежу. Гаврик, тут? Да-да, здесь я. Тебе портал нужен был? Да, спасибо большое. 5, 4, 3, 2, 1. Можно суммарно, пожалуйста? Я посмотрю, можно или нет. Ты, кстати, весело ты посмотрел. Можно посмотрим. Сумануть. Я не готов. Все херня, давай по новой. В смысле опять не так? Где у тебя на шлеме? Чего? На шлеме черти нет. Репу дай. Будет черт. Ну там за ОД купить. Можно. У меня нет ОД, в этом проблема. Ты вот сейчас за весь рейд уже накопил достаточно. Ну вот сейчас будет, когда РТ закончится. Просто. Ничего, что чарку на голову можно купить любым другим персом и передать ее. Да? Это я тебе так, к слову, она к учетке привязана, поэтому Тёма вообще отстал. А я и не знал. Угу. Я серьезно не знал. Вагон. Угу. Мы поняли. Давайте. Ну и ладно. Давай. Кукурузная где? Гариус. Гариус. Именно на бесово давай закинь. Гариус. Здесь Влад суманули. Кукурузная где? Марго, мы что, сейчас прям по старой строте? Или как в прошлый раз, давай, может? Кстати, это ж мы его прямо там и зерганули без трэша, да? Ну. Побежали, да. Я забыла. Точно. А у нас хватит допустим сердце. А у нас кукурузки нету. О, может, тогда я в этого, в ДД, чтоб все. Еще быстрее. Смысл есть. Есть. Ирасим, иди. Иди сюда все. Все сюда. Да? В ДД? Да, иди попробуй. Иди. Ура! Я буду вагонить. Марго, ну ты помнишь, что надо босса вон к тем елочкам? Я тут. Я вспомнила, что мы здесь стояли. Мы сейчас. А что, Марго, зергануть хочешь? Да, в прошлый раз зерганули, сейчас зерганем тоже. Так, давайте вот сюда вот босса поставим, так? Кукурузная выйдет? Елочка. Сейчас, подожди. Да, да, скорее всего, будет. Ты тоже в том этих выловить. Адов не будет, блин. Ну, на третий. Там будет. Вы что, я не вижу, что с Войдом. Женя, ты тут? Я? Да, а, Женя, ты видишь. Асуми, шкаф. Давайте Женю сюда. Асуми. Асуми. И это самое, нам три танка здесь надо, это же все-таки ДПС. Два танка тут надо. А, сейчас мы подожди. Это что за грабли тут? Он сказал, что у него пинг большой. У граблей пинг, да? Селтис. Ооо, Селтис, это люди. Селтис, зайди, пожалуйста. Мы сейчас Войда поменяем на этого босса. Блин, в идеале, конечно, меня поменять, потому что мне тут нахер ничего не сдалось. А вы без меня убьете? Давай мы тебе стрим включим, будешь с нами руководить. Ну, да. Давай, Марго, реально, я сейчас стрим подключу и Еры. Давай тогда я свалю, а Войд пусть лутает шмот, он тут и вот важнее, в принципе, чем нет. Якоб разрулит. Либер, дай мне портал, пожалуйста, я сейчас выйду. Сейчас зайдет Селтис, у Якоба лидер, а нет, Якоба лидер отдала. Саша, а можешь это на палок кулак кинуть вместо этого МП5? Значит так, ребята, новая тактика. Точнее, не новая, а в прошлый раз отработанная. У нас будет 4 хила, 2 танка. На первой фазе трэша быть не должно. Соответственно, Деха, слушай внимательно. На первой фазе сейчас поставят босса в череп. Мы сдаем БЛ, и надо первую фазу забурстить по полной программе.
На второй фазе, ребята, просто по идее за три падения должны перевести с хорошим ДПСом. Начинайте как-то вот РДДшники с одной стороны, начните там за елками подальше, и потом подходите ближе к танку, например, либо двигайтесь в сторону, пофиг в какую, просто выходите из этого говна, держите рейндж 6 метров, совы, совы и маги, диспельте. Кирилл, особо его не надо далеко тягать. Куда ты поставишь, там, на третьей фазе просто, вот где он встанет, там и пусть и стоит. Все остальные сами разберутся, куда им встать. Ну, только потихоньку можно проходить просто к воротам. Ну, на выходу, да, туда. Главное, чтобы РДДшники на второй фазе не стояли на пути следования танков. То есть стойте лучше, где откуда босс выходит, чем то, куда его поведут. Марго, можно вопрос? Да. Может, лучше босса вот здесь поймать? Какая разница? С той стороны этой поляны, что с этой? Подожди. Какая разница? С той стороны поляны? Подожди, дай стрим включить. Вот здесь, зашибись. Здесь это где? Ну вот, мой смотри. Я вижу. Вот здесь прямо поймать, так ловите там. Да, да, но все равно все больше туда. Времени будет. Да, согласен. Меньше идет, больше времени. Череп туда. Какая разница, с какой стороны поляны ему бить? Да на самом деле, вообще по барабану, лишь бы он не заявился. Все, смотрите, вот тут прямо под БЛом бурстите первую фазу. Вторую, стойте на этом берегу, не на берегу, на этой стороне. Потом потихоньку переводите босса к воротам, а все РДВшники будут раскладывать говнище вот здесь вот. И на третьей фазе, Войд, твоя задача, ты собираешь трэш и держишь его в сторонке весь. А Кирилл будет танчить босс. Все. На второй фазе... Кирилл и Войд, ваша задача. Войд, возьми его фокус и следи за его ХП. Он будет озвучивать, конечно, когда забирать, но на второй фазе босс кидает дебаф на танка, который срезает почти все ХП, и у него останется там 10-20. Вот в это время вы всегда должны меняться на второй фазе. Это обязательно, иначе вас просто сложат с вашими 20 ХП. Шарпи, Жно, Шелби. Пожалуйста, Шелби нет в рейде, да? Шелби. Юзер, еда. Шарпи и Влад. Пожалуйста, косты. Ласку выпил, масло на мажу, ем еду. Все, молодцы, все готовы. Я озвучивать ничего не буду, потому что мне тяжело смотреть, когда камера смотрит не туда, куда мне надо. Я про анонс, что удар и избитие. Тём, ну, хорошо. Ты со своим гипермакросом подстрахуешь? Да, отлично. Да. Все, я там отвечаю за все. Я пока не Деха на ХП, железобетонно надо кричать, держи весь будет. Так, давайте пока я шкаф Чекоба сманю, чтобы он там нам босса вызвал. Или давайте я сбегу, если хотите. Маск обновлю сейчас, секунду. А, он здесь, что ли? Я думаю. Кто у нас запускает? Все готовы. Так, а кто запустит-то? Якуб, что ты нажимаешь еще? О, блин, подождите. Помню, не пейте, не пейте. Сумма у тебя есть, Якуб? Да, есть. Я-то думаю, что ты меня сумнешь? Ну, ты, конечно, просто так сумнешь. Просто смотришь, а не в рейзе. Ее нет. Это же задержка, нет? Там все-таки есть какая-то. Задержка, да. Я запускаю. Ну, отчет. Сразу было давать. Ничего, короче. Ловить. Ну куда вперед там? Не лутай сейчас урон и спрячься за него. Он конусом бьет. Не мату диспел. Пожалуйста. Можете выйти из дождя. Полминуты до описала. Секунд на 8%. Нихера не успеваем. Успели. Буду его полукругом сейчас в сторону. Сейчас будет сбит? Вопрос ко всем. Да. Готовьтесь разбить.
Войд, приготовься. Таунт с меня. Держи так же. Следующий будем бегать. Отведу его ближе к горе. Не надо. Сколько можно? Народ просто не убежал. А не убежишь, на тебе дебаф 56 секунд, полное замедление. Да, надо просто было чуть пораньше заносить. Невозможно с этого убежать. А невозможно, да. Если могут проклятие. Мало того, что сало висит по 8 секунд, это ну, ужас просто. У нас только один Азули здесь пылит, он не справится. Это не претензии, я имею в виду, что тяжело. Это не было никому претензий. Ну, Это не как на будущее. То есть один человек это все не продиспылит. Все, я понял, ему тяжело. Снимите там ангела. Так а зачем? Ну, чтобы мы зашли, наверное. Так бой снялся. Да вы встаете, я вот треснуть не могу. Вы что? Второй раз кидаю. Бой идет. Снимите там диван, умрите как-нибудь, не знаю. Инц забагался. Где? Ты тут? Да. А мне боя нет. Мне очень надо отойти. Иди разбейся. А я резнул. Спасибо за рез. А как ты встал-то, кстати? Теперь вдвоем разбейтесь. Потому что в инсте идет бой. Не надо было вставать, я не понял, или что? Ну, надо было всем умереть. Там что-то лагануло, поэтому даже если диван... у вас боя нет, мы не зайдем. Так, диван забакал. Человек 15 стоит. Подожди. Ну-ка, фигни сумму. Ладно, я бью АФК, пока вы суманите. Нас не суманут, в инсте бой. Умереть надо. А если мы просто все выйдем? Ну, я не знаю, как ты из хиджала выйдешь. Он не выходит. Камнем. Это может, поможет. Жмите камень, потом заходите и сумоньте, все. Слишком долго. Ну, если у вас локи есть, поставьте. Так, а чё? Интересно, забагался. То сейчас внутри инста. Все выйдите из игры или умрите. А запустить босса его нельзя? Он там не появился? Там висит то, что бой как бы. Вот в этом и прикол. Я не знаю, там запустить, не запустить. Значит, все, кто в инсте, либо камнем сумму, либо перезайдите в игру. Ну, надо именно, чтобы все вышли из инста. А не просто кто-то один перезашел. Чё, нигде никак не заходит? Я вышел. Может, мы все, ну, по факту там еще в инсте. Если кто-то останется в инсте, я сейчас кикну из рейда. Рус сейчас в инсте показывает. О, шкаф. Никого нету, мы что, по старинке бьем, все? Юзер, да выйдите или кикните, я не знаю. Жень, поставь шкаф. Я выхожу с инста. Кикните. Там камнем, не камнем. Все, я ультепнулся, нет у меня. Можете зайти? Там бесов же стоит, как вы зайдете?
Бесов там не может стоять, по идее. Ну, я тпхался, когда там стояло тело персонаж Бесова. Может быть, это баг был какой-то, но не знаю. Кто из игры выходил, можно заходить? Его еще не кикнуло. Надо ждать, когда его минуту, пока кикнет. Минуту надо ждать. А в чем дело? Из-за чего это так произошло? Из-за того, что мы резались? Из-за дивана. Из-за ангела. Не, диван он бьет, ну типа ждет, пока спадет. А тут, видишь, он и диван, и ангел. Сам босс-то пропал. Куда-то. Че, все, уже можно заходить? Пока не пускает. Блин, я тикет написал, сейчас как бы помогут. Может, пересобрать рейд целиком? Да нет, это дело, понимаешь, что он пока до инста смотрится. Давайте попробуем пересобрать. Ну, в календаре все подпишите, чтобы быстро всех пригласили. Пускают. Уже все. Ладно. Я тут, извиняюсь, я сказал заранее. А что все вышли? Мы... Инста багался. Мы не можем зайти, потому что там типа бой, и полрейда там, полрейда тут. Ага. А что, вы реально через плюсы, не через гильдию? Ну, я не знаю, я и там, и там подписан, если отплюсовался. Давайте завтра заряжем... В рейде остался. Давайте завтра соберемся и убьем голову вчера. Я сам не в рейде. Я Костя, где? Спать ушел. Может, это? Может, админом написать, не? Я там написал. А, уже написал? А что, Якуб-то зайти смог? Ну, Якуб распустил рейд и все. А он где? Дайте, пожалуйста, ЕП и все. Может, он киномек на Эро? Типа, Эро сделали, собирать не хотят. Технично сделали. Сначала Марго под невинным предлогом вышла. А потом Якуб такой, давайте это Эро сделаем. Всем привет. Привет. Че, у вас это все закончилось? Да, мы все закрыли. Всем по... И всем одели Т6, я не знаю, там. Или да, но убили. У меня есть Т6, я это не переживаю. Петя, а ты зачарился, камни поставил? Да. Красавчик. Только 4. А, стоп, подождите. Без противников, да, пишут. Это сама можешь по почте поставить? Я вот, ребят, сходил в ЗС, короче, око, блядь, сролил одну печеньку. И даже, получается, на этом боссе, блядь, не был, и она мне не досталась. Не матерись. Да, все. Да. Есть у кого почту поставить? Все заявилось, все работает. У вас это место есть на заменку? У нас рейд третьего босса бьем. Время, если позволит... После 10 не берется на заменку. А, уже 10 или нет? 10-10. 10-20, да. Все, тогда уже, да, не берут. Якуб, дай ассист, пожалуйста. Понял. До 10 часов надо мне дали прийти на замену. Ну, если место будет, то говорить, может, что-нибудь уйдет. Будь в 10, если кто-то отвалится, тебя доберут уже в полноценный рейд. Все, понял, хорошо. Тималайн, а где Тималайн? Почему его труп здесь валяется? Я козрогал.
Не пускает Винст. А он, наверное, переполнен уже. Слушай. А кого не пускает-то? Тима Лейна. А как Тима Лейна пустит? Тёма, ты пока на замене. У нас бесов в Инсте. Он в шестой группе. А, я на замене? Ты отошел, пока да. А я здесь. Я уже все здесь. Ну, значит, все равно ты пока на замене. Ты ушел. Я понял. Нам этот друид, да, будет вообще важен. Он диспелит то, что ты не можешь. Эх, перебивай символы в диспел проклятий. Слушай, а давай, давай я зайду на друида по хилю, типа там и по диспелю вместе с Азулисом. А да нет, если... понимаешь, тут в чем? У нас как бы три друида, которые могут диспелить, диспелил один. Хорошо, ладно. А у нас Рэл не может зайти, да, Копытка? Копытка на замене. Мы ее кикнули, она, короче, слабая, вообще бесполезная в рейде, решили из нее пойти. Теперь мы сами себе Рэл. Да. Стоит рыба. Ну, если матери нет, давайте шалить. Будет. Ага. На первой фазе все равно, если отдыхаешь, может помочь диспелами. Типа, главная вторая фаза и третья, когда ты будешь ловить. Матери нету, батя навтыкает. Слышал, да? Батя строжек. Не помню, был у нас... Матери можно договориться. Не-не, был рейд в льду. Якуб там столько ГП раздал, что на следующий день даже извинялся. Вот я помню. Ага, батя без предупреждения ГП расшаривает и все. Согласен, справедливо. Ну, справедливо, только извиняться-то зачем потом? Дайте, пожалуйста, что-то не хватает. Батя не извиняется. Любящий же батя. Он извиняется и подзатыльники дает. И еще раз ГП. Простите, что так мало, да? Да. Меточка будет или так по наитию? Ну да. Да как причина нас. И раскол, пожалуйста. И мы все справимся. РЖД да, сразу да. Наберите раньше, чтобы потом не бегать. Да, Гоха, хватит ты. Настой, масло проверьте. Там нету. У всех все есть. Да, а, дайте самому Паякову. Дальше, пожалуйста. РЧ на пол. И масло сейчас обновлю. Можете запускать. Хотя, стоп, подожди, как масла нет? Есть. У всех есть. Все, готов, штурм? Да-да-да, есть. Просто думал, странно. Все, я готов. Так дальше танк не улетает. Секунды танку забрать. Был. Диспелы, диспелы, шустрее. Да. Себя и не залей. Первый будет сбит. Без озарения по себе нахрен. Будет готов, все скоро. Зачем? У меня 70%, 77%. Тихо. Забрал. Он тебя подожди, ты. Владыка мана меньше куда.
надо бежать. Сейчас будем бежать. Так. Будем разобраниваться. Как? Я ж выбежал. Вот как его? Этот будет сбит. Будет, приготовься. Забирай. Хомяк, дай по Soul Reaper. Меня сложило 20 тысяч. А, не давай. Да, ложимся тоже. Это какая-то тактика говно, блин. А почему здесь тактика, если люди не выбегают, не могут набрать рейндж? Может, его выведем чуть подальше, а то мы в узком месте, типа, может, народ смущает что-то. Я из-за меня выбежал, меня убило просто. Масса ножками. Все бежим стоим. Ребята, в чем проблема, когда у вас аддон на экране пишет огромными зелеными буквами «Падение скверны» сделать три шага в любом направлении? Я выбежал, меня убило. Ну вот, почему она убила? Потому что эти три шага могут сделать одновременно несколько человек в одну сторону. Да. Надо вот бежать, когда круги появляются, а не когда... Нет, они могут одновременно бежать хоть всем рейдом в одном направлении. Главное, что круг запоминает изначальное место, когда появляется надпись. А бежать ты потом можешь хоть в другое место. Давайте его на 10 метров поближе потанчим, чтобы он был не в узком проходе. Ты можешь после второй фазы его куда-то отвезти. Нет, просто я в вашу сторону вообще поворачивать боюсь. Он же кливает. Ну, здесь, в районе пенечков, нет? Вот, это Катюша, это, по-моему, тактика. Начать с трусов танчить и на каждое падение скверны просто двигаться. Мельки стоят на дороге. И... Поставил рыбу? Не знаю, встал один и бегаешь в свободное место. Вы встали все в получается, смотри, если мы его в трусах будем держать, и потом потихонечку в сторону дороги отодвигаться. Чтобы на третьей фазе он был вот тупо на дороге, смотрел на нас. Точнее, на танк. А какой смысл в этом? Херня это полная. Ну а что ты тогда понял? Да я думаю, где череп. Тут места достаточно. Надо так, чтобы рейду было посвободнее, а то там в узком месте хрен разбежишься, особенно милики. Да я выбежал из войт этих. Умер хрен пойми как. Расим, может... юзер, антирелигия, еда. Я только подбежал, я сейчас буду есть. Может сейф отдать? Это, конечно, такое, но хрен знает. Саша, у тебя есть массакра? Даже ДПС-то много, можем успеть. Ответьте мне, где босс будет стоять, в черепе или в треугольнике? В черепе. Чуть-чуть другая тактика, и все, люди, теряетесь. Рычи на пол. Учитесь бегать и смотреть под ноги. Я ел. Я не знаю, почему она на меня ругается. Скажешь, когда ты будешь готов. Я готов. Окей, все. Все, дайте самому поехал. Крик. Да-ка. Йос. Спасибо. Ну, дайте крылышку, я говорю, Локи. А что, у меня маска есть, по-моему, говорит, что нет? Ну, три лока, один шкаф, ребят. Я побыл на пенек. Вот. Тыкнули, нет? Я запускаю. РДД, наберите рейндж сразу между собой. Был. Геру. Команды. Геру. Вы прикалываетесь или что? Просто. Не спел.
Диспелл. Пока держим. Будь готовься. Забирай. Диспелл. Сейчас побежим. Падение. Выдержим. Отойдите из-под морды. Азурис по хомяку, хомяк по Сатурону. Этот надо сбить. Шелби поднять. Достаю как раз. Забирай. Пока не надо. Хомяк. Блин, Россия. Да. За мной может особо не следить. Если я тебя не знаю. Побежали бежать надо. Скорость есть. Что-то не хватает. Вы убивали так вообще? Мы убивали. Да. Сейчас херню делаете. В определении, понимаете? Вы херню делаете. А почему босс стоит на месте, меня вот интересует. Вот именно, вы херню делаете. Я Жека, ты сам умер. Какая херня? Вы два мага, Сатурон, Soul Reaper умерли. И как вы вообще считаете, это нормально? Вы под увечьем выйти не можете с лужи и умираете все по КД просто. Это... Я хазак, я умираю, вот жаль, что у меня записи. Вот я видел, что я реально выхожу. Не знаю почему. Ну, я не знаю, как вы выходите, но вы умираете от луж по КД просто четвертый трай, и я считаю, что это говно-тактика. Ну, может быть. Ну, кстати, я из лужи тоже выбежал, но как бы меня это не спасло. Нормально, да. Люди. А вы не считаете, что рядом с вами стоит оппонент, у него тоже стоит лужа, и вы выбегаете в его лужу? Может быть, так вы выглядите? Руслан, ты считаешь, что я слепой или что? Не, может быть, я говорю. Серьезно, но... Нет, вот смотри, я тебе говорю, я сейчас вот вышел из лужи и умер между другой лужей. То есть я вот вышел из одной и до другой как бы не доходил, и прям аккуратненько между двумя лег. Так хорошо. Увечье дает замедло такое, что с лужи нереально выйти. Вот сейчас у меня было увечье, если бы я тучу не прожрал, я бы так же сейчас лег с вами. Но я тучу прожрал и выжил. Я с увечьем... я с увечьем не могу выйти. Руслан, если, кстати, ты можешь кастовать уход в тень и спокойно выбегать из лужи. Когда увечье? Да. Все, понял. А остальные, то есть, если вы не можете выбежать, огонь не шотает, если вы в одной луже. Поэтому нечего тут говорить. Если вы не можете набрать рейндж, это уже ваша проблема. Якуб, давай мы будем его переводить в сторону трусов. Ну просто ты там стоишь, я боюсь тебя под клиф подводить. Вы должны по дороге его вести в сторону босса, а не в сторону трусов. В сторону босса. Зачем его вести по дороге? Зачем? Куда по дороге? Якуб, зачем? Чтобы не засрать все на свете. Ну так в бок отведемся, да? Ну так, а ты не думал, что вот проще всего, вот реально там есть трусы, и его просто вести вдоль. Получается, милики и босс идут с этой стороны, а РДДшники идут с этой стороны, в сторону ворот. Все. Если его вести к тралу, это его на 180 градусов повернуть надо. Он обязательно клинит. Вы слушаете, что вам говорят? Вот вы обсуждаете абсолютно разные вещи. И сказал вести его к боссу, к тралу. Нахрена? Именно. Все должны стоять за боссом, чтобы не засрать путь танком. То есть все должны стоять с той стороны, где выбегает босс. То есть в другую сторону его, значит. Хорошо, давай попробуем. Так а что тогда попробуем? Так и должно быть. Подожди секунду. Ну ты же можешь идти вот по дороге. У тебя есть каменная дорога. Мы можем стоять слева и справа на зеленке. Ну просто когда народ стоит на дороге, я не могу его вести туда. Ну хорошо, пусть просто никто на дороге не стоит. Там, пусть он через весь лейк пройдет к тебе, и ты его ведешь туда, по дороге.
А мы за тобой, паровозиком. Ну так давайте, просто я говорю, сейчас так все. Так и было задумано, просто сейчас все занимаются какой-то херней. Так изначально это танком было. Лизер, антирелигия, баттерфляй, скуфарио, еда. Колодс, фласка. Приста. Рипер, фласка. Пристаба. Сейчас дам. Включайте мозг. РДД сразу набрали рейндж, и не надо дергаться. Босс будет стоять в черепе, так как он бежит, и смотреть в сторону трава. Куда? Все правильно. Шкаф Локи, Сумон Якуба. Дэха Крик. Встаньте по две стороны от дороги. Главное, чтобы не на ней, чтобы не кликнуло. Женя, поставь шкаф. Да, шкаф стоит. Все, спасибо, есть. Причина получилась. Я не знаю, у меня все есть. И еда, и масло. Я далеко, извини. Ты ж... А, у тебя... а, вот оно, чем все. Шелби. Расим, пугаешь, можешь чуть-чуть отойти, пока не поставлю? Не назад, Шелби. Запускаю. Из-под морды ушли? Вагон. Мото, не мото. Остынь, миленько, не смерть. Перед кливом он умер. Не мотор. Диспел. Бежим. А нет, не бежим, это еще. Падение. Да. Ну, один умер и пи. Перевод не стоял. А, извините, ребята, это КП, это просто рак мозга, сори. У нас он люди. Я что-то не сообразил, что он теперь будет. Ну, я же сказал, отойдите, блин, по две стороны от дороги, бок. 2% подхватило. Да. Ты ничто. Снимайте. Не, ну давайте учиться, что делать. Ты дело не в этом, просто... Короче, он же раньше стоял спиной, откуда идет, а теперь он, точнее, остынь. Лицом, откуда он идет, а теперь он стоит лицом, куда идет, будет к тралу идти. Тихо, пожалуйста, ты в Дискорде. Не слышу ответа. Ты меня слышишь? ГП. А сумме плюс в чат. Мы обсуждали 10 минут, кто откуда бежит и кто куда стоит. Ты вообще слушаешь? Ребят, ну я тупой, извините. Это ГП, я знаю. Обсудили 3 раза, пожалуйста, не выключайтесь. Ставлю рыбу. Религия, вставай. Давайте шустрее, шустрее. Больше вайпов, больше денег на починок.
сказал так, как будто процент включаешь. Ну, если бы на мою маму течение лезть получал бы. Сделали бы такую хрень, было бы весело. Ну, ты да, только это не предлагай никуда, это реально сделают. Влад, пожалуйста, тоже. Через 5 секунд можно давать сразу Бэл. Угу. Ну да, у нас всего один шаман, поэтому ждем. По сумме лапку. Инту. Азулис, фласка, да. Да, да. Женя, шкаф дай, пожалуйста. Подожди минуту. У нас КД Геры, Якуб. Якуб, минуту можно подождать? Стоп. Да, минуту ждем. Блин, народ, а чего вы все стоите на одной стороне? Тут я вообще один стою. Один умрешь. Подожди, ты хил, ты один стоишь. Ну ладно. Не, ну там же потом у вас опять круги, блядь, будут попадаться, вы там опять потом будете толкаться. Помнишь, как объясняли еще на освоении, все должны стать косой линией и просто выбежать в две стороны. Но это слишком сложно. Тут все могут стать хоть в один фрейм и выбежать на самом-то деле. Тималайн, ты чего не заспелишь? Не АФКш. А меня слышно сейчас? Да. Да. А можно? На пол. РДДшники стать ближе сюда к черепу, чтобы припоты можно было пить нормально. А не туда вперед, где босс выходит. Мы встаем, чтобы сразу за спиной босса. Юзерску фариор. Руслан. Крик, пожалуйста, важный. Спасибо. Руслан. У вас тут еда стоит, поешьте. Антирелигия. Не смотрите на мой аддон, пожалуйста, у всех все есть. А Женя, дай, пожалуйста, шкаф. Есть шкаф. Кого, Деху? А, не, он здесь должен быть. Якобы спал сум, наверное. Да, все, я запускаю. Терпим, терпим. Блять. Рейтинг по-быстрому. Дал бы. Но ты без Геры. Рибах по нему. На тоненько выйдем. Мы не успели. В смысле не успели? Успели, успели, говорю. Первый должен сбить. РДД расходить. Будет готовиться. Сейчас. Следующий будут таунтить, будем перебегать. Чуть отведи. СПЛ себя. Не доставим. Все, все. Там поменялись. Войда надо поднять. Подними. Тималейн, бери с ним, Войдом.
давай. Встал, забрал. Пафы дайте какие-нибудь, понимаете? Отведи его чуть дальше. Лапку дал. Сейчас поезжаем. Уходи, бежим. Не успел. Да зато паза. Пипец. Ты не лутай, не лутай, уйди из-под морды. Мишку пройди спорить. Выведи чуть босса. Выбегайте. Инфернал. Под босса соберитесь. Не спел. Может это резнуть кого? Петарда умер. Давайте мы закончим на этом. Это я не могу, но. Да это бред полный вообще. Такая параша, блин. Юзер, ты просто не убивал по этой тактике, из-за этого ты так думаешь. Да, я вижу, что это бред полный, поэтому, наверное, я и так говорю. А в смысле? Нет, Руслан, 90% сервера убивают, у нас же это бред. У нас люди, он с кругов, блядь, выбежать, блядь, не могут. Это не бред. Это... А тут бред, блядь. Это не бред. В прошлом, когда убили легко его, а тут теперь проблема. Я просто с вами 20 раз убивал по старой тактике, и первый раз на сейчас пишу. Да, это устаревшая тактика, юзер. Забудь про нее уже. Тут реально, блин, весь сервер уже убивает его, блядь, по новой тактике, проводя эту фазу. Батерфляй, которая четвертого по этой же схеме, блядь, просто сносит. Она, все. Эта тактика отличается только расположением босса. Вы... Этот, не надо юзеру доказывать то, что я этот, верю, что вы убивали, но я не умираю в лужах. Вы другим объясните, что они в лужах умирают. И то, что у нас не диспелится ничего. Я же говорю, эта тактика отличается только расположением босса и пропуском первой фазы, все. Я понял, что это обычный зерк, но то, что люди не могут выйти с луж, это как бы я в этом не виноват. Как бы они и там не вышли бы. Так то, что мы будем делать по-старому, спасет их от лужи. Там же так же будут лужи падать. Еще раз, здрасте. На вас пожаловались, пришла вас... У нас опять инс залагал. Половина в рейде, половина вне. Это говорит о том, что мы закончим. Да? Марго пришла разъебать. Да, именно так я и пришла сделать. Согласна. Давайте сделаем так. Все-таки. Ну, без вариантов. Войт, прости, пожалуйста, я пока тебя поменяю на себя. Извини, я быстренько сейчас приду. Мне надаю. Сейчас зашла, да. Суманите. Копыта суманите, пожалуйста. Опять залагали, ребята, половина просто времени, надо либо репать, либо что-то делать. Сейчас пойду босса вызову, все умираем тогда и это. А, вы там? Давайте. Залагали. Линканите ДПС с этого босса, посмотрите ДПС. Кто залагал? Каждый трай, что ли, лагают? Ну нет, смотри, сейчас у нас кто-то либо встал через ангела, либо через... Ну у нас либо еще под клифф встают, либо нет, лагают, нет, либо ДПС не дают. Все. Я к тому, что сейчас зайти не надо. Орка на месте нет. Босса нету? Да, лага. Пускай. Нашего орка нету. Чего? А вы можете помануть из-за инста? Запускай. Я запустилась. Пошли. Пускай инста. Видно, что босс запущен. Кто боевой не диспелит? Так, а теперь на боссе, пожалуйста, никакого флуда. Я сама посмотрю и расскажу вам все, что вам надо делать. И посмотрю, кто выгонит. Якуб, тебе сумануть получилось? Все выгонят. Он уже бежит в инсте. Итак, сейчас мы определим самое слабое звено. Ты КВН вспомнила? Пожалуйста, не убивайте! Была игра. И там эта тетя в очках таких страшненьких. Нет, антиреликвия. Так и называлось, слабое звено. Да.
Потом пародия была в КВН. Марго, не убивай меня, пожалуйста. Сейчас, подождите. Едимся рыбу, бабку. Помогите Азулису с диспелом. Электробус есть. Слушайте, фишка в том, что здесь, кроме Дехи, все свои. Ну, то есть все, кто уже здесь не раз был. Че вы? Маги дохнут, вот и дохнут. Деха уже прожарена. Ну, смотрите, более. Нет, сейчас... тут реально можно за лужу выйти и умереть. Я не знаю, может быть, как-то... У них сейчас немного как... кривой фрейм. Да, да, из-за как этого. Всегда. Потому что я сейчас даже скрин сделал. Я не совсем идеально между лужами лежу. Ну, типа, но в центре между лужами. Ты мог прыгнуть и в полете умереть. То есть это не показатель. Так, окей. Жиранули. Я думаю, закроем. Дайте каску до конца. Протопошного не хватает. И есть... Касочки. Расим, шарпи. Петарда, розовый. Жрите, пожалуйста, рыбу. Петарда и розовый. Еда вот стоит. Покушайте оба. Да поем. Ешь, бафу. Ешь. Якуб уже убежал. Трусы нахрена? Просто. Эрудимент. Капитаны не испачкать. Понятно. Так, это мы сейчас на третьем боссе. Хорошо, электробус танчит. Я на второй фазе. С ним на третий надах постою просто так. Смотрю на вас всех. На пол и, пожалуйста, на электробус, верчи на пол. Так, мы идем по дороге, как сейчас было, правильно? Якуб, я тут, да? Я нос капаю. Подожди, Якуб, ты где? Я после босса. А, ты запускаешь, все хорошо. Дайте, ты добежишь или Сумон едет? Нет, Сумон. Есть Сумон? Сейчас. Дайте по Якубу Сумон. Тыкни на меня. Ты его сделай громко. Да, да. Дима, есть? Сейчас, подожди. Вот еще есть. Все, последний вообще на пол. На первой фазе помогу бы диспелить. Диспелим приоритете хилов. Тима Лейн. Все на месте. Дима, спускай. А, ну это зря было. Пофиг. А, нет, смотри, почти угадала. Стоим. Можно. Все, встали за спину все боссы. Фигачу. Опять забагнулся. Сейчас будет диспел. Вары на КП. Бейл дайте. Бейл дали, молодцы, все. Вот, есть. Секунду, диспел. Диспел. Быстрее диспел всех. Отлично. 74-10 секунд. Семь секунд, 2%. Давайте быстрее. 5 секунд. Быстрее. Рассосали все быстренько. 6 метров рейндж между собой набрали. Бегом. Первый собьют. Передавайте, что ли? ДХ, это... Нет, РДД, говорят они тебе. Да, я уже понял, сори. Давай. Миленький первый сбили, умирает. Второй не забьют. Я переагрила, вроде, смотри. Да. Он мне показывает, что он на тебя смотрит. Просто. Нафиг. Сейчас побежим. 3, 2, 1. Вышли из говна. Ну, переведу еще немножко. Просто пиздец. Тихо. Азулис по баттерфляю, БР, Тималейн по риперу. Да. А, ой, у меня просто не отображается. Юзер, стоишь в луже. Забирай. Я не чисто стою в луже. Я стою, может быть, этот, метеориты, но в луже не стоял. Тише. БР. У кого есть БР? У меня. Дай по баттерфляю БР. Все. Следующий каст не собью. 2, 1. 0. Вышли отсюда. Оттуда. Господи, вагон. Ясно, перевоздухнется. Сейчас будет третья фаза. Как мы двигаемся?
стоим просто хрен пойми где станьте, вот в кого упадет, будет один всего лишь одна войда. Просто из нее выйдете. И сейчас все пойдут под босса. Куда она упала, не вижу. А, и сейчас 3 секунды еще, допустим. Вот вышли вот отсюда. Марго, под босса все встали, под босса встали все. Кирилл, чуть-чуть назад выйди, пожалуйста. Там огонь стоит. Иду. Иди. Ой, больно что-то как-то. Держите, пожалуйста, этого электробуса. Все, стоим просто под боссом. Дай массакру, если есть, Руси. Он же сдал на прошлый. Саша, у тебя есть массакра? А, подожди, массакра, я же в ДД. А, ты в ДД. У меня мастерал есть. Если на огонь, освободи. Саша, тогда подожди, на следующем падении сдашь. Хорошо? Освободите. Дайте огонь. Вот, ну, уже сейчас надо сдавать. Электробус. Прям под удар. Ангелы. Саша отвлекли. Окей. А сбросить спелы, пожалуйста. Антирелигия, сними дух. Сразу снимите. Дайте, пожалуйста. Скиньте, да, спасибо. Это рассеивание. Не, ну сейчас Азбурить. Лучше. Мы хоть дожили до 3. Малей, Сатурон. Маги вообще нулевые. Почему-то даже танк диспейлил 4 раза. У нас тут кучка маленькая, мы зайти не можем. Опять один просидит. Дайте, я чуть-чуть в стороне лежу. Дайте кто-нибудь. Есть тут из нормальных кто-нибудь? А вот я. Итак. На второй фазе все друиды и маги вы диспелите. Ребята просто не могут выбежать из войда, когда у них все заторможено. Поэтому, пожалуйста, и хватит дохнуть на банально второй фазе. Просто ваша задача Россия. Выбежать из говнища. Держите рейндж по 6 метров. Фишка в том, что если у вас есть рейндж с остальными, то одна войда вас не убьет. Вы дохнете, если у вас там 2-3 войды. Ну вот сейчас я умер. Дима мне говорит, уйди с лужи. Я не в луже стоял, я от ливня умер. По 2400 урона приходило, меня просто не захилили и все. Это не захил, может далеко. Это просто не захил, да, был. Ну, может далеко стояли, я ничего не говорю. Но у меня в КД было просто все тоже. Можно заходить, попробуйся. Пропал. Идем нормально убивать, если вы так не можете. Хотя это, по-моему, тактика еще раз круче. Пожалуйста, не дохните и диспельте вторую фазу. Рыбу кушаем, бафаемся. Риперы Асуми где-то ходят еще. Якуб Фласка, Деха Фласка. Все доедают хорошо. Рипер поешь. Рипер еда. Вот стоит рыба. Лапка рыбов. Селтис у них дает протон. И по риперу. Все по бафу. СС на Бутерфляй кинули. На Хамитхана. А есть СС еще у кого-нибудь? Не в КД. Асуми, кинь боевой хомяк. Да, Темный, тебя я вижу. Ты тут? А добежишь так, сядь на маунт. Нет. Не добежишь? Потери ДПС. Дайте Сумон, пожалуйста. Дайте телек, пожалуйста. Суманем Якуба, чтобы он запустил сюда. Спасибо. Суманите Якуба.
Все готовы. Как будешь готов, говори. Есть? Да, есть. Все. Готов, запускай. Идите. Я думаю, ГП ему дать. Упал. У кого, надо... у кого есть? Тихо. У кого есть БР есть? У меня Марго есть. Давай по юзеру быстренько. Сейчас как встанет. А, у нас нету с один шаг. Ладно, юзер. Баф ему. Сейчас, скорее всего, спел. Очень долго. Я стараюсь. Мы не успеваем. Один, все, хорошо. Рассосали, 6 метров набрали, РДДшники, пожалуйста, между собой. Чем дальше вы друг от друга, тем меньше вероятность того, что вы сдохнете. Кирилл, произнеси вслух, когда тебя записали. Я не сама. Сейчас. Это забили. В следующем будем бежать. Готовьтесь. 1-0. Вышли из говна. У кого БР еще есть? Да. Вот там. Давай еще немножко. Сейчас. Этот сбили. Следующий мне собьют. Или у тебя есть БР? Да, по петарде? Да, давай по петарде. Я его не вижу, где он. Да прямо за мельками, по-моему. Не могу. 37% просто забей. Рон. Вышли. Подняли рейд быстро. У меня 19 кхп, поэтому... А, ты забрал, вижу. Рассосались. Выведи босса. Вы дальше выводите. Да. Бейте костыли мне, пожалуйста. Сейчас будет один буквально обессал, потом все под босса. Вышли из этого. Просто перейдите в другую сторону. Если про мили, как говорил. Я заберу. Ну, или не заберу я. Держите, пожалуйста, электробусы. Саша, огонь. Мастер Ау. Освободите. Дайте огонь, пожалуйста, освободите. Просил. Я не могу хилить, на мне уже 10 секунд висит. Спасибо. Сейчас упадет. Держите рейд. Транквил дал. Вывелся из дождя. А то щит спадает. Еще один. Добивайте. Массакр сдала на всякий случай. Красавцы. Да нихера не красавцы, Росинка. Да еще не все привыкли. Рецепт. Блин, так реально проще, ребята. У вас первая фаза полностью отсутствует эти говна. Это, по-моему, нехеровый такой... Блин. Ну, чуть-чуть привыкли. Блин. Я чувствую себя гадом. А, кстати, видали, поменяли пояс. Просто это новый придумали. 98, 89, я. Пошли начало все. Нет, еще у нас трэш. И завтра начинаем с четвертого босса, видимо.
Мы трэш успеем? Да, должны. За РТ нихера не убить. Стыдно, стыдно. Позорище, блядь, просто позорище. Стыдно, да, стыдно. Что это за говно, это левая рука? Вот это. В смысле, говно? У меня есть такой? А мне нужен? А, хиловской типа пояс. И он был, кстати, другим. Его вот этот поменяли. Скорость, горит, сила заклинания. Не, он... Короче, возьми на транс. У тебя обалденный на хила. Раньше был с тремя гнездами, который падал. У меня есть. Нет, это не с тремя, но гнездами. Нет, был с тремя, а этот новый, вместо того, что с тремя. А-а-а. Но здесь да. Явно можно сделать, 100% здесь можно да. Сделать. Да, кузнец могу. Может. Ну, я ну, про да. Это... Блин, ну ладно. Закрыли один гештальт. Нет. Конечно. По факту. Опять кота выкатали. Ну, есть время отойти, мне надо фары обработать. Мы сейчас трэш начнем фигать. У нас только трэш, я так понимаю, что мы босса вообще не успеем сейчас это самое. Я почему морго можем успеть из-за трэш сделать? Ну так, если вот вы сейчас убьете быстренько трэш, то, конечно, мы все успеем. Я запускаю. Побежали быстро. А, уже запустили. Окей, все будет. Так, подожди, брат, кто пожалуйста. Из копыта? Шарп, из пятницы танка, пожалуйста, ну нахер. Знаю таких. Сейчас свалимся. И Расим в хила, да? Расим, ты тоже в хила, кстати, да. Ну не тоже, а ты в хила, Расим, а Шарпи в танка. Ну мы просто откинемся здесь. Расим, я в лиге жду. Иди нахрен со своей лигой, блин, у него РТ. Хпну на тебя. Выйди, Тёма, отсюда. Я тут. Ни хрена, иди отсюда. Не надо тут Расима переманивать. Ну, вы ж мне враги не берёте. Марго, можно вопрос? Нахера мы здесь? Так, и еще раз, Рипер, еще раз, тихо. Нахрена мы стоим и здесь ждем, пока трэш убьет от всех этих мобов? Какой смысл? А там потом появляются, вот там дальше потом появляются некроманты, которые будут резать все это говно, которое там и сдохнет. Подожди, у нас у Шарпи камня нет? Не может. А можно его в Долоран отправить и ГПшку выписать? Можно. У Шарпи камня нету, серьезно? Он мне показывал, да, он... у него там целые склады камней, и там это... прям... Он не все мозги вынес, блин, этой чаркой на голове. Подожди, подожди. ГП требует. Требую карты, точнее камня нету. Серьезно? Не, а еще не было? Где? Вообще не было, вон линканули в чате, в гильдии. Это вообще не мой плащ, чего придумываете? Требую. Заберите магическим игрок. У меня такого плаща в жизни не было. Азур из Трентекса, потому что... Потому что Кирилл, да? Я был вас розных забрала. Остальные танки. Заберите вот остальное с меня. Они у меня чар делали. Я вообще забыл, что они чар делают. А я увидел. Три штуки. Я тоже. Так вот, Рипер, смотри, в четвертом паке дохера некромантов. Которые весь трэш, если мы убьем его там, все просто порезают. Ну так мы можем спокойно пойти вперед убивать. А там знаешь, сколько волн? Резните будет. Вы. Сколько? 6? Тебе там обычно. Потом просто не хватит места. Да хватит там Марго. Мы можем в сторону первого босса идти. Первого? Ну, первого? Так, первого это еще выше. А, вы имеете дальше туда идти? Что, если быстро убьем трэш, то все-таки попробуем? Да, конечно. Только надо убить трэш с первого. Да. Ну, только надо убить трэш. Давайте так. Так тоже вроде неплохой.
Нет, так все нормально. Для третьего босса, для четвертого все просто вред. Но меня радует, что мы в субботу собрались. Это значит, что прям зашибись, короче. В субботу возвращаемся. Вороник, отдыхаем? Оно... Да, да, да. У нас получается 4 дня, просто четверг, суббота, воскресенье и понедельник будет все. Я уже отвык от этого. Вторник, ну, слушай, вот сколько лет это гильдии, и всегда так было. На лето всегда переносили РТС с выходных. Всегда. Я на лето не менял. Осенью, зимой, весной, наоборот, возвращали, потому что, ну, больше, по большей части ребятам это не могу не играть на выходных, потому что вставать надо на работу. Вот, великий, вот я просто вот чуть-чуть хотя бы, вот просто вот. Вот у него 9% осталось. Вот просто мочкануть разочек и щитом, и добивать тебя на тебе. Блин, гони, пожалуйста. Антирелигия, это просто вот, это не то, чтобы конкретно ничего ты, лично. Ничего, вообще ничего лично. Интерналы. Там колье упало. Но очень надо было. Вставай. А он все, он ушел. Зря ты его убиваешь. Он когда умирает, он сразу отходит. Так, а смотри, вот смотри, оп. ГП? Вообще-то ты рассказывал, ты даешь ЕП, если убили на трэш. Слушай, убили, так еще и ГП дали. ГП за то, что не встал. Не встал. Я вот, у меня во втором спеке хила нету этих макс. Они убежали куда-то. Надо вернуть, потому что... Ё-моё! Неудобно. Ой! Ой. Ну, кто опять сейчас умер? Вот чей-то ангел стоит? Гариус. Ладно, хорошо, хер с тобой. Я вам транквил дал, живите как хотите. Вы можете их на место поставить, а? Они разбрасывают танков, они ты все постоянно. Равно летать будешь. Все танки они летают, ты их нельзя поставить. Давайте рейсим. Роски идут постоянно. Рейсим. Не вижу эти малыны. Юзер, не гори! Дэха или дэха? Дэха. Дэха? Йос. Йос? Йос. Отдыхает тот, который в среду будет, да, после фильера? Да. Прибавьте эти малыны и юзера. Я не могу их резнуть, у меня еще вот только бой слетел. Тебе мало инфо, тебе в стол. И в кучу. А в кучу, да. Уже не достал, извините. Руслан, вставай. Его не тоже подняли, да? Руслан, забейте. Он лечит глаз. Дергается от вас всех уже глаза. Некромантов, ребята, да. Быстренько некромантов слили. И выйдете из трупов, если труп станете. Некроманты, потом все остальное. И готовьтесь спрятаться от изыргателей. Диспел. Быстрый диспел. 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 Все зависло, да? Да, зависло. Нет. Я диспелю. О, просралась. Ну, ясно, короче. Тем не менее. Держите, пожалуйста. Сейчас подохну. В принципе, даже никого не убили, а уже сдохли, да? Диспел нет. 4 яда на тебе, Марго. Ну, значит, смотрите, пошли спать. Пизду. Нахуй. Взорвется. Сейчас взрыв будет. Сдохнет, там никого убивать. Блин. Добивайте. Ластрай. Ой, не смеши, добивайте. Они еще... Стали прибежали быстро. Последний трай спать. Слушайте, ребят, я дико извиняюсь. Можно Влада к нам в пати? К танкам? Да, заходите. За диспелом? Ну да, пусть тотем пассивно диспелит, потому что вы же все равно прячетесь все, и там некому диспелить, если вы за забором. А, просто 4 яда на танке, плюс это проклятие, больновато. Юзер, вставай. Рибер, перепиши макрос, пожалуйста. Убери вторник, поставь субботу. Он ручками пишет, все нормально.
Конечно, это рассрочками, это что? Нет. Это нормальный чувак. Да. Он не из тех, которые там «Привет, пока» пишут через... Ой, ГЦ, поздравляю, вот это вот. Самое неискреннее поздравление в мире. Все нормально. Давай, ГП поздравляю, да? Вот у меня 4 макроса. Ой, мне понравилось, когда Марго нас с Карумой хилила и вместо флешки ГП раздавала. Просто на супресс сидим, летаем, и тут ГП. Просто очень близко макрос. Очень близко макрос. Просто у них почему-то быстрое здоровье кончалось, да? ГП за то, что вагон. Да, вместе с ХП кончается и приор. Ну, трэш сложный, поэтому давайте пробафаемся, пожрем и пойдем тихо, спокойно все убьем. Аккуратно, без паники, без истерии. Мне почему-то такие квесты не падают на мобов, на... Все, запустили. А, уже запустили. Не запустили. Что у нас там по бафам? Масло покончались. У меня в исцелении 2 вагона. Один на русском вагон, второй на английском вагон. И кто из них какой вагон? Ну, когда Россия побеждает, когда русский. Английский — это Саша, да? Mm-hmm. Наоборот, я русский. А, ты русский. Просим английский. Всему миру назло. Оу-оу, у нас тут за политику это банят. Это же искусство. Да, извините. Искусство вне политики. Русский, я и буду конца. Тихо, блин, ну вот напился, будь человеком. Я думаю, на золото еще сходить. Хер. А у нас танки появились? На базу. Не, ну в принципе, если мы будем с Кириллом, можно спекнуть Шарпи и можно взять Войда на такое что-нибудь полегче. И в принципе. Да, кстати, мы убивали в 3 танка, когда... Там 2 вара было, которые бегали постоянно. Один вар сдох, один вар... Тогда Кирилл вылетел, и тогда Трабл танчил в одну рожу 2 дерева. То есть, в принципе, возможно... Убить можно в 3 убить танка. В 3. Ну. Анты рукастые были. Я могу пойти на дерево, а Кирилл останется на варе. Кирилл может вылететь, да, все понятно. Нихера. Я просто был на даче, у меня разрядился телефон. Так что ничего, бывает. Кидай на зарядку. Знаешь, что такое зарядка? Что такое телефон? Что такое зарядка? Ну, такой прямоугольничек, который позволяет на расстоянии с людьми разговаривать. А, как печенька такая, да? Не, печеньки раньше были, сейчас такой. Он больше на пастилу похож. Рипер, ну ты... Как ты откинулся, а? Боевого. Боевого, ладно, хорошо, мы убили. А Рипер как? Рез без БР. Хомяк убил Рипера. Чего? Они самоуничтожили? Да, потом мы хомяка убили. Сам вагон. Хомяк, вставай. 5 секунд, КД, сейчас. ПВП, что ли, умер? А оно всегда, когда свой рез, я только ставлю. Долго рез. Нет, там БР, можно быстренько. Инферналы. Ой-ой-ой, близко не подходите, они убивают. Вкусил, он оценил в прошлый раз. Вообще желательно в огне не стоять. В принципе, как всегда. Дал трампы, оживите. Почему мне показывают, что трампил хилит только 5-ю пати? Да, почему-то опять показывает только 5-ю. Либо сломался, либо что, не знаю.
Там по хилу как вообще? Вроде нормально. Дайте помогам пристабов и лапочку, будьте любезны. Нет, хилит. Уси решил опять откинуться в огне. Дайте респ по вообще. Первая, она не в пятой. Нет. О, спасибо. Так, ребята, сейчас мы диспелим и хилим, просто умираем и идем спать. Слушай, а не чтобы быстренько диспельнуть и убить и пойти спать? У нас же маги могут. В принципе, как в прошлый раз, делаем все, и все будет хорошо. Все же воспринимают серьезно. Руки, эти самые деревья, и точнее друиды положили руки уже под стол. Маги, видимо, там же руки держат. Корни пустили. Руки под подушку. Я уже в Лигу Легенд зашел. А тебе нельзя. Сейчас Тёма получит ГП. Вот зашел Расим, а ГП получит Тёма. Пам-пам-пам. Да ладно, я не против. Я сейчас умру. Расим, ты там это, включай свой шаман. Диспел, пожалуйста. А то ты даже не первый. Диспел. Быстренько все задиспелили. Еще. Дайте его. Я не знаю, как это работает. Ну ладно, я, но Марго тоже. Готовьтесь. Спрятались. Добейте второго. Второй. Просто добейте и дайте масрез. Кто-нибудь добейте. Держите шарпи, остальные добивают ада. Не подходите. Ну... Сейчас взрыв будет. Хоть кто-то останьтесь в шарпе. Дайте масрез быстро по рейду. Боюсь. Сейчас упадет. Масрез, и мы идем вперед. Кстати, за третьего босса еще не давали. Быренький ребаф. Дайте ребаф по рейду. Лапка дал. Касочку главное. Еще дальше, прям далеко-далеко. Просто главное. Я скучаю без второй версии. Так, хорошо. Стоим. Ребят, нет. Некроманты, жрицы, потом все остальное. Бейл дали. БЛ дали. Некромантов убили. Расим, у тебя есть массакра? Есть. Селтис вышел из рейда. Жрить убили. Сейчас на взрыве сдашь? Диспел, пожалуйста, диспел. Можешь сейчас давать. Ну, нахер, ты сейчас откинешься. Да как вы меня второй раз положили уже, ну? Я не знаю. Сейчас еще второй лопнет. Ой, это плохо. Малый, дай БР по танку. Просто убейте вот этого. Диспельте. Дайте еще раз поможет. Рез какой-нибудь. Добейте. Резайте танков, хотя бы одного танка, чтобы чуть-чуть побить трэш. Марго, давайте. Масрез кто может дать? Там не все. Масрез куда? Куда-то масрез, куда-то точно. Хотя бы одного танка резните, пожалуйста. О, спасибо. Встать, войти сейчас нельзя будет, да? Нет, не надо вставать. Лежим. Ой-ой-ой, блин, ну чё? Что такое? Голову. Там сзади где? Дайте по копыту какую-нибудь там что-нибудь. Иду. Выхильте. Саня. Жриц убейте, пожалуйста. Давай. А, не мота. Просто жриц убейте, пока к нам не пришли эти огненные. Тут есть люди. Танки все на месте. Хорошо, все. Хилы все на месте. Все. Мана, нету протума. Айнеры все в КД, ребята, быстренько. Еще чуть-чуть и докачали. Не дохните только на огненных, пожалуйста. Так, говорят, за третьего не допали этот самый. Да, не было. Ну, так с концом. Я вместе с концом дам за третьего. Марго, давай уже один раз раним четвертого, что нет. Ты знаешь, у нас знаешь, что паники обычно да, конец плюс. Просто убьем четвертого с первого трая, ребятки. Марго даст всем по 200 по сферу. А хераси ты какой хитрожопый. Давай, вот нет. Давай. Один трай. Ну так давай попробуем. Да, давай. Да. Один. А мы также там встречать будем, да? За 200 по сверху. Собираемся. А потом еще трэш перед ластом зачищать. Не, только босс. Вот один трай босса, просто потому что Рипер в вас верит, а я нет. Эх, вставай. Я Астрал нам верю, все заруинит, 100%. Марго, за переходную воду, не верю, честно. Рипер, давай, ты там с Астралом будешь гулять. Там, сумманете?
Пожалуйста. А, у вас и вайпит. Хила перебивает. Да, сейчас уманю. А типа Расим уже бабл и этот самый... А... Нет, а, я так. Это... Можно Артему обратно в пати хилов? Расим, раскидай там пати хилов. А Тёмы нету, он на заменишь. Так красиво мана выплетела. Значит так. Да. Давайте, один трай. Я ставлю рыбу, телек поставили, Сумонтикова надо. Я поставлю... По дальним танкам будет. Ну, я барашком бегаю. Давайте Шарпи побегу. А, Шарпи нету у нас, а у нас вообще никого на дальнем нет. Войд вытончит босса, я могу побегать штурманом. Не бой, да. Может, мы стреляем. Окей, давайте. Давайте сюда Войда. 20 секунд. Якуб на замену. Да, не только лутером. Войда сюда быстренько, Якуб на замену. Хорошо. Два команды минус. Ой, ты, там... ты тогда быстренько давай. Да-да-да, уже 4 секунды перезахожу. Хорошо. Сейчас мы суманим штурман. Штурман ловит глефы. Мы с Флойдом на боссе. Войд, смотри, я начинаю. Ты будешь вторым. То есть, когда мы пойдем в первый тотем, в квадрат. Ну, уже стоя в квадрате, ты можешь его переагрить, перетаунтить. Выходим из квадрата, ты сразу ведешь его туда в череп. Он плохо бегает, поэтому ты его ударил, переагрил и сразу бежишь в череп, он потом к тебе прибежит. Сюда в череп становишься, сразу разворачиваешь босса мордой в печень. Второй тотем будет в луне, если будет. А на второй фазе я танчу до последнего. Потом ты либо переагришь, либо я тупо сдохну, а ты ну, заберешь его. Он на второй фазе не агрится, ты заберешь его только... Либо переагрев, либо я сдох. Штурмана примите и поменяйте. Нет, тут... О, я несу тебе сопротики, я думаю. Давайте, сумоньте штурмана. Мы два тотема делаем. А, в прошлый раз в один перевозили, но на всякий случай поставила два. На всякий случай. Если вдруг ДПСа не хватит на... Один тотем. Да, не кричи, я все крикну на все. Просто имейте в виду, что второй тотем метко стоит, всякий случай. Деха, огонь бросается весь бой на людей рандомно. Твоя задача просто вот развернуться и выбежать от босса. Разложить аккуратненько огонь и вернуться. Деха, по команде мы бежим в тотем. Первый тотем в квадрате. Мы бежим в тотем по команде. Второй тотем будет в луне. Затем босс просто на второй фазе ставится череп, и там просто... Убиваем его. Что-то не хватает. Штурман, Хани, Скоп, еда стоит. Еда стоит. Штурман еда. В том числе. Поелочек. Еще раз. На полу на копыта, пожалуйста. Босс таунтится только на первых двух фазах. Зачем? Все, все готовы. Рипер, поехали. Рипер у нас печенье. Дыхай, не кричи. Слыша, не буду. Да перебил мой крик просто, ладно. Я не кричу. Я все равно нормально, ты меня не заслужил. Я не один воин, если что. Да ладно, в смысле? Кофетрон еще есть. Во премию его не заходите туда. Красный круг ни, ни в коем случае нельзя. Ой, по мне не бегать. Не, не убегай от хилов, не выхилят. Так, готовимся. Пока подготовимся. И побежали все в квадрат. Ну, даже из там огонь, встали все в квадрат быстро. Все, стоим под куполом, ждем. Перетаунчивай. Забирай, Войд. Все, и сразу бежишь с ним в череп. Вышли из говна. Тималейн, дай по вкусе БР. А, у тебя КД. А, Азурис, дай по вкусе БР. Дальше, 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 в череп. Еще уходи. Беги, беги, беги. Он за тобой пойдет. Готовимся. Побежали все в тотем.
встали все в тотем. Не успели, хер с ним стоит в тотеме. Вторая фаза. Он будет кастовать или нет, нихера. Все рассосались. Короче, отстойная перифаза, потому что и тотема не было, и туповой. Все, сдохните, короче, пошли спать. Не хватило пару секунд, чтобы не сбегать. Ну, 100 мы заслужили, Марго. Ну, речь о 200 шла, но 100 можно. Один, Марго, дай один ГП. Один. Могу ГП дать себе. Это ром? Один ГП. Да, ребята, за ром. 50. 50. Давай тогда 50 о первой половине рейда Парола. Смотри. О, вот это Нати. 50. Мы хотим 50. Нати, а где за конец, за это? За конец я уже начислила перед трэком, перед боссом. Марго, дай 41 ЕП, и все. Я получил рейд кукурузку, и все. Я успокоюсь. Сам, ты вообще пошел играть в свой сраный этот, как... Мурманск? Нет, нет, нет. Лига-легенд, вот. Вот и иди в свои Лига-легенды, получай. Блин, в Лига-легенд же одни геи играют. Фу. Ну, я не знал, что ты из этих... Да, может, да, шифру, мы... если из-за этого и не играешь? Да-да, мы сталки. Не, вот так, порталы стоят, снаружи. Порталы стоят, но не работают. Потому что... Я вас ждал 10 секунд. Рипер, так надо было тело хотя бы, блин. Надо было ждать 15. Ладно, она мне улыбаться не подали. Что, Саша? И за третьего, и за конец 110 всего лишь. Ну, конец и 30. 30. И 30 за босса, 110 получается, Саша. Математик великий. Ага. Она девочка, ей просила. Это как мало за босса дают, ЕП, не подождите. 30. Потому что да? Мало. Вот всегда это... так было? Да. Ну, нет, всегда было 20, но сейчас 30. А, это еще и больше, ты прикинь, да?